जय श्री श्री गुरु गुरांगद्र गिरिधारी राधा ललित माधव जू की जय। राधा रमन बिहारी राधा विनोद बिहारी राधा नयन बिहारी जू की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय। राधा दामोदर श्याम सुंदर गोकुल नंद राधा मोहन जू की जय। कृष्ण बलराम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण वृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद गुरुगोविंद महाराज की जय। पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरु किशोरदास भजी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सर्वभम शिव जगन्नाथ दास भजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शिल गोस्वामी प्रभु की जय। स्वरूप दामोदर रमानंद दी श्री गुरु परिषद वृंद की जय। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी श्री गौर भक्त वृंद की जय। नवरी मंडल की जय। व्रज मंडल की जय। क्षेत्र मंडल की जय। त्रिभुवन मंडल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। चर संप्रदाय चर 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 धाम की जय। रसेश्वरी क्रियेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। निताय गौर дальнее окно немножко щелочку открыть чуть-чуть чтобы была вентиляция спасибо Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Гураве Гура Чандрая Радикая Тадалая Кришная Кришна Бхактая Тад Бхактая Намо Намаха Ванчакалпатару Вьяшча Крипа Синду Вьядевача Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Виграхая Мабадивича Висундарая Тасмай Махапрема Расапрадая Читанья Чандрая Намо Намасте Нитянанда Намастубьям Премананда Прадайне Кало Калмашанаша Джанавапатай Намаха Джананамбита Баджоканата Вадату Санкиртанай Капитаро Камалая Такшу Вишвамбаро Движаваро Джугадарма Пала Ванде Джагат Приякару Карунаватару Канака Джалада Гатро Нила Шонабджанетро Мригамада Варавало Малати Кундамало Тарала Таруна Вешо Нила Питамбарешо Смарани Британи Кунджа Радика Кришна Чандро Смарани Британи Кунджа Радика Кришна Чандро Тавай Васми Надживами Твоя Вина Ити Вигьяя Раде Твам Найамам Чаранантике Ванде Гуру Пададвандвам Бхакта Вринда Саманвитам Шри Чайтанья Прабун Ванде Нитьянанда Саходитам Шри Нанда Нанданам Ванде Радика Чаранабуджам Гопи Джана Самаюктам Вриндавана Манохарам Намо Бхакти Винодая Сачидананда Намине Гаура Шакти Сварупая Рупануга Варайате Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Вместе громко. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Прежде всего, мои бесчисленные данавата пранама лотосным стопам Шрила Гурудева, Нити Лила Правишто Мишнупада Стутра Сата Шимат Бхактивиданта Нараяна Госвами Мараджа, все Рупануга Гаудия Гуру Варги, всем чистым преданным, моим Шикша Гуру, также в особенности Шиле Сачитананди Бхактивиноди Такури, автору Шибаджа Нарахаси, мои данавата пранамы. Итак, мы в течение трех лекций завершим обзор Бхаджана Рахаси, который мы предприняли в этом году у вас в Красноярске. И сегодня дошла очередь до пятой ямы, пятой ступени предписанной практики, которая соответствует уровню асакти. Асакти Бхаджан. Кришна асакти означает экстатическое влечение к Кришне. Пятая ступень садана называется апарахна калия Бхаджан. Это
6 дант во второй половине дня, приблизительно 15:36-18:00, по тому времени, которое течет в духовном мире. Мне нередко задают вопрос: Махарадж, вот как там говорится, что нет времени в духовном мире, а вот время там все-таки течет, и мы читаем здесь такая-то яма, столько-то минут, столько-то дант, 15:36-18:00. Казалось бы, мы вот экадыши прерываем тоже по часам. С такого-то часа по такой, с такой-то минуты по такой. Не дай бог, одну минуту опоздаешь, ты пропустил, как называется, титхи. Ты пропустил этот период. Вот. А как же в духовном мире? Там это вечное настоящее, которое пребывает вне времени и пространства. И чем глубже садака погружается в эту реальность, тем глубже и тем содержательнее, тем несравненнее становится его опыт, его духовный опыт. Так мы, продвигаясь по ступеням баджана, становимся ближе к этой трансцендентной реальности. Сейчас мы не можем этого ощутить, мы не можем понять, какая разница между нашим временем здесь, вот, например, необходимым промежутком, чтобы прервать экадышный пост, и в духовном мире. Как там обстоят дела с этим вот временем? Вот. Нам трудно это уладить, но мы слышим, что да, там тоже есть день, там тоже есть вечер, там тоже есть ночь, соответственно, лила. Все началось, помните, с нишанта лилы, то есть с окончания ночи. Вот затем утро, позднее утро, наконец, полдневная лила, и сейчас послеобеденная. Все это тоже происходит. Там тоже есть солнце, тоже есть луна, там тоже всходит, тоже заходит. Все это, понимаете, на Галока Вриндаване. Вот. Это высшее проявление принципа «Бог создал человека по образу и подобию своему». И также эта планета, она очень похожа на Галоку Вриндавану во многих-многих аспектах. Вот что же, определенные вещи мы просто должны принять, так же, как сейчас принимаем, что небо голубое, трава зеленая, и мы не можем протестовать против этого. Это Кришнин мир, он его создал. Если с точки зрения философских принципов, таттва, из него изошли все эти энергии, из него изошли все эти экспансии, которые творят все сущее здесь в материальном мире тоже. И именно из Махавишну, который тоже в экспансии происходит, все это творение полное потрясающего разнообразия. Вот. Но что касается нашей планеты, Бурлоки, Земли, у нее очень особое положение, вы знаете. Сейчас и здесь мы можем начать медитировать на Аштакале Лилу. Даже еще находясь здесь, это, конечно, очень возвышенный духовный уровень, вот. Но преданные, которые вступают на платформу Асакти, то есть это зрелые ручи, ручи означают вкус, мы обсуждали позавчера, а Асакти означает экстатическое влечение. А преданные, которые вступают на эту платформу, он уже очень-очень недалек от осознания своего духовного тела, процесса соответствующего уровню бхавы. Что ж, бхава и према — это наш предмет в субботу и воскресенье. Для меня это будут непростые лекции. Я должен действительно очень молиться, чтобы что-то сказать на эту тему, что-то, как сказать, вякнуть на эту тему. Вот. Ну а сакти — это введение в эти темы. Поэтому сегодня, друзья, нас ждет очень-очень возвышенная катха. Вот поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Вот. Впрочем, она настолько захватывающая, что вряд ли кто-то уснет. Даже наши чемпионы, я думаю. Кстати, они хорошо сегодня все выспались, я знаю. Вот. Но что касается Асакти, это совершенно потрясающее, потрясающее явление. Я совсем забыл открыть также Мадхурья Кадамбини, потому что именно в этой книге Мадхурья Кадамбини у нас есть описание Асакти. Вот сейчас немножечко этим займусь. Вот. Пока я открываю Мадхурья Кадамбини, давайте провибрируем вместе пятый стих Шикшаштаки, Шри Чайтанья Махапрабху, с которого начинается пятая яма, которая открывает пятую яму. 3-4. Аи нанда тану джакинкарам патитам ят вишаве бавам будо крипая тава пада панкаджа стита дули садришам вичинтая. Чем дальше мы поем, тем хор жиже и жиже. Чем ближе к завершению Шикшаштаки, тем меньше преданных может подпеть. Что же,
Я считаю, это восполнимый процесс, и думаю, что уже к следующему году многие из вас будут знать Шикшаштаку наизусть. Так вот, как раз я открыл Мадхурья Кадамбини. Шрила Вишванат Чакуратти Такур говорит об уровне асакти, экстатического влечения, после того, как вкус преданного к баджану достигает необычайной глубины, единственным объектом его преданного служения становится Кришна, он достигает стадии асакти или любовной привязанности к Господу. На стадии асакти, на исполняющем желание растений бхакти, появляются гроздья бутонов, которые распускаются и цветут на стадии бхавы. Вот такое сравнение, то есть не сравнение, это факт. Многие из вас занимаются садоводством, или, по крайней мере, вы видели, как весной распускаются почки, бутоны. Так вот, эти бутоны цветов, которые распускаются на уровне бхавы, на уровне осознания своего духовного тела, нашего духовного тела, появляются уже на уровне асакти. То есть это, как сказать, эти ступени, этот плацдарм для ракеты-носителя, ракета, наконец, стартует. Мы летим в открытый космос. На уровне бхавы мы уже свободны. Это освобождение, которое называется сварупа сиддхи. Наконец, сварупа сиддхи, потом на уровне премы становится васту сиддхи, да, совершенно верно. Вот, я вижу сегодня одного нашего товарища с прошлого года, Костю, да? Я узнал вас? Это Костя или не Костя? Не Костя. Как вас зовут? Вас. Ага. Я помню. В этом году. А в прошлом не были, да? Потому что сказать, что Костя приехал с Сахалина, это не вы, Костя, с Сахалина. Как вас зовут? Да-да, жующий товарищ. Как зовут? А? А, это Шри Тимоха. Да, это Тимоха. Это классика Красноярска. Хорошо. Что же, мы очень рады видеть Рому и Тимоху, наших друзей. Так вот, на стадии асакти, исполняющем желание растения бхакти, проявляются эти грозди бутонов. Теперь давайте послушаем перевод того стиха, который мы только что провибрировали. Это пятый стих Шикшаштаки. «О, Нанда-Нандана, молю, будь милостив ко мне, твоему вечному слуге. Запутавшись в сетях кармы, я упал в страшную пучину материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на твоих лотосных стопах. Прими меня, как своего вечного раба». Вот что говорит преданный. Мы уже слушали о том, что преданный на уровне ручи сокрушается. «Боже, Боже, я растранжирил свою жизнь. Я столько лет потратил попусту». Помните в песне «Шри Рада Кришна Пада Камале Мана» есть слова «Годы, проведенные вне баджаны, вне духовной жизни, уже никогда не вернуть». Растранжирены вагоны времени, просто растранжирены. Поэтому есть хитрые люди, которые воруют, но воровать у самих себя – это, наверное, больнее всего. Осознанно пить яд, наверное, больнее всего. Поэтому что же нам, бедным, делать, если мы приходим к этому выводу, мы признаемся самим себе, и мы начинаем сокрушаться. Чем выше преданный в своем духовном продвижении, тем еще более искренне он раскаивается. Это неизбежно. Вот. А преданный на высшей платформе, он считает себя самым низким и падшим. Вспомним Шрилу Кришнадаса Кавираджа Госвами, который называл себя низшим по положению, чем червь в испражнениях. Есть много форм жизни, среди них есть черви, среди них есть те, что живут в испражнениях. Вот. Но он себя считает еще более низким по положению, чем такая душа. Вот что означает подлинное смирение. Но здесь на уровне асакти, смотрите, как проявляется это смирение. Как преданный ощущает экстатическое влечение, постоянное влечение к Кришне. Он видит только Кришну, его чистых спутников, имеется в виду вечных спутников. Ранним утром, встретив незнакомого преданного, такой вайшнав на уровне асакти начинает говорить ему: «О, Прабу, откуда ты идешь? Что ты несешь в этом прекрасном ларце, висящем у тебя на шее? Может быть, это шалограмма Шрила?» Многие преданные носят свои божества прямо в ларцах на шее, вот так. Или это шалограмма. Знаете, шалограмма — это
черный камень, который, собственно, Кришна. Его находят в реке Гандаки, которая сейчас на территории Непала нынешнего. Вот, и преданный просто несет его, и тот встречает его, может быть, это шилограмма Шила, может быть, у него там просто какой-то кошелек, допустим, или что-то, документы, или что-то еще, но он видит шилограмма Шилу, понимаете, как? Он видит Кришну. Даже в том месте, где там его, как сказать, прямо говоря, нет, он все равно его видит. Вот я слышал такое сравнение, что если преданный на уровне ручи видит девушку в фиолетовом платье, он отворачивается, потому что он брахмачари. Еще есть это осознание. А если он на платформе Асакти, он уже не видит девушку. Он видит только фиолетовый цвет. Вот что его интересует. Это цвет Кришны. Вот. На таком уровне у преданного уже нет понятия. В принципе, мужчина или женщина. Уже это исчезает. То есть говорится ларки или лакри. Ларки значит женщина, девушка, лакри деревяшка. По-русски тоже похоже. Девушка или деревяшка, ему все равно. Ему уже все равно. Но он, конечно, там избегает, вот, и так далее, и так далее. Но он видит только этот фиолетовый цвет. Вот. Каждый раз, когда ты нежно произносишь имя Кришны, продолжает Вайшнав на уровне Асакти, обращаться к преданному, которого случайно встречает, твой язык трепещет, наслаждаясь нектаром имени. Глядя на тебя, я испытываю восторг, не знаю, чем заслужил твоего даршана, такой несчастный человек, как я. Расскажи мне обо всех святых местах, в которых ты побывал, обо всех великих святых душах, которых встречал на своем пути, и о том, что по их милости открылось тебе. Ты достиг совершенства и помогаешь в этом другим. Это может быть обычный преданный. Это может быть просто, ну, допустим, житель святой Дхамы, святой обители, который не очень-то занят, формально говоря, саданой, баджаном и так далее, но такой преданный, он всюду видит чистоту. Вот это тот уровень, на котором уже качество адоша дарши, то есть отсутствие видения недостатков проявилось во всей полноте. Адоша дарши. Он не видит никаких недостатков. А зачем? Нам очень нравятся чужие недостатки. Почему? Потому что мы хотим самоутвердиться. Ах, какой он там плохой в этом отношении, какой он несовершенный. Вот я, хорошо, я на коне, я его попру, я его могу попрать своими лотосными стопами. Ведь они у меня лотосные, правда? Вот у меня сколько последователей, они не дадут соврать, что стопы у меня лотосные, ими я попру, кого не надо. Вот и все. Это мышление неофита, вот, у которого есть последователи. Но преданный на уровне Асакти наоборот. Я низкий, падший. У меня нет никаких качеств. А ты, о Вайшнав, пожалуйста, дай мне милость. О, эй, Вайшнава Такура. Дай Расагара, Эдаси Коруна Кори. Дай мне, пожалуйста, милость. Расскажи мне о том, что ты познал в своем баджане. Какие святые места посетил, каких великих преданных встретил. Я так желаю услышать твою историю. Пожалуйста, будь милостив, расскажи. Не знаю, чем я заслужил твоего даршана. Вы представляете? Это рядовой прохожий. Вот каково мышление этого человека. Вот насколько он адоша дарши. Вот насколько он видит все хорошие качества. Не волнуйтесь, это все ожидает нас в недалеком будущем. Не нужно думать, что в далеком. Действительно, в недалеком. Мы каждый день будем петь «Кабе хабе боло сайдина амар». Помните? И так далее, и так далее. Биться, биться головой. А землю в баджане, да. Тогда наверняка придет. Такое, что же, преданный идет дальше, и чуть позже, увидев другого преданного со священным писанием в руках, он окликнет его. Как прекрасна та книга, которую ты несешь. По твоей необычайной внешности, ты очень ученый, мудр. Пожалуйста, прочти для меня один стих из 10-й песни. Пожалуйста, прочти мне. Так, Шри Чайтани Махапрабху, когда Гададхара Пандит произносил для него шлоки, да, например, Барахапитам Натаваравапу Карнайо Карникарам Бибрадвасаканака Капишам Вайджаянтим Чамалам Рандран Венурадара Судая Пурайан Гопа Вриндараньям Свападараманам Правишат Гита Кирти. Эта песня Гурудев говорит на вершине пьедестала среди всех прекрасных стихов Бхагаватам, прославляющих Харибол, доброе утро всем, прекрасного Кришну. Вот. Здесь описывается Кришна, которого украшает Питамбара, желтая накидка, прекрасная гирляндовая джаянти,
павлинье перо и кустам он всегда прижимает флейту, а тело его изогнуто в трех местах, трибанга лалит. Вот. Услышав этот стих, он без чувств просто, потому что он Махапрабху, Гададхара Пандита Самарадика. Но этот преданный, он идет по стопам Махапрабху, поэтому он просит, пожалуйста, произнеси один стих из десятой песни. Сегодня мы будем слушать больше стихов из десятой песни, из праная гиты, которую спели гопи, 11 стихов, которые они произнесли, когда пришли к Кришне глубокой ночью. Кришне, который заиграл на флейте, они пришли к нему, и они произнесли эти стихи, праная гита. Мы сегодня будем слушать порядка 3 или 4 еще стихов. В прошлый раз мы слушали только один. Это было первое упоминание о гопи на уровне ручи. Первый раз упоминается гопи. Радха даже не упоминается. Ну, в принципе, она упоминается постольку, поскольку, но конкретно Радха начинает упоминаться. Вот здесь не только упоминаться, но целенаправленно в пятой яме Радха Дасьям начинает культивироваться. Это последний этап садхана бхакти. Асакти, этот уровень. Последний этап. На этом уровне преданный уже, как сказать, занес ногу, чтобы занес свою стопу, чтобы поставить ее на платформу бхавы. Асакти — это первая платформа. Представьте себе, вы перешагиваете. Мы завтра пойдем на столбы, да? Со столба на столб, с камня на камень. Заносите ногу, и вы уже готовы встать на следующий, но эту еще не оторвали. Вот когда занос вот этот произносится, производится, это и есть асакти. Поэтому такой преданный уже без 5 минут обладает васту сидхи. Что это такое, мы будем детально обсуждать в субботу. Так вот, прочти меня для меня, пожалуйста, один стих из 10 песни. Бхагаватам просит такой преданный. Почему именно 10? Потому что в 10 песне все игры Кришны описаны, вы знаете, в 90 главах. Но в особенности 10 песня знаменательна тем, что там панча-прана, то есть 5 потоков жизненного воздуха для вайшнава, 5 гит находится. Вену-гита, праная-гита, югала-гита, гопи-гита и брамара-гита, да. Нет, это брамара, это... Да, да. Вот. Поэтому, да, Удава, Брамара Гита, вот часть Удава Сандеша, что я думал-то, да. 5 гит, 5 пран, 5 потоков жизненного воздуха для преданного. О, прости, пожалуйста, произнеси мне один стих из 10 песни. Оживи мой слух, который подобен птице чатака, мечтающая о дожде, жаждет насладиться потоком твоих нектарных объяснений. У этого преданного есть жадность. Шрила Рупа Госвами составил стих, описывающий состояние птицы чатака. Птица чатака разинула клюв, и она смотрит в небо, она ждет дождевой воды, капли дождевой воды. Почему? Потому что она отказывается от любой другой воды. Если нам нужна вода, допустим, в нормальном режиме мы берем, кстати сказать, питьевую воду. Нам не нужна вода из луж и даже из водопровода, особенно индийского. Никогда не пейте воду из крана в Индии, пожалуйста. Вот. Значит, будет дизентерия, много неприятностей. Вот. Поэтому птице чатака тоже нужна вот такая вода. Только лишь чистая дождевая вода. В особенности в старину не было никаких радиоактивных примесей. Это чистая вода с неба, от самого Господа. Поэтому вот этой птице нужно именно это. Поэтому нам нужно именно это и только это, ничего больше. Это начало вот этого духовного безумия. Преданный становится одержимым. Он становится безумцем в глазах общественности. Это уровень асакти. Я все шучу. Если раньше соседи прикладывались к козырьку 5 пальцами, да, и спрашивали, how are you, как ваши дела, то сейчас палец остается только один, и он постоянно крутится. И они вместо how are you спрашивают, who are you, ты кто такой, ты кто такой. Вот. Поэтому он становится неинтересным никому в обществе. Нас это ждет. Это ступени преданности. Это величайшая ступень. Конечно, такой преданный. Если у него серьезная миссия, он проповедник, он может
пользоваться уважением в обществе, как Шрила Бхактивинода Такур и другие. Вот. Но это исключительные случаи. Вот. Они связаны с проповедью. В обычном режиме преданное выглядит вот именно так, как описывает здесь Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. Дальше преданное слушает, как тот вайшнав объясняет значение стиха, он испытывает экстаз, и волоски на его теле становятся дыбом. Дальше он продолжает путь и видит в отдалении группу преданных и очень радуется. Сегодня моя жизнь наконец увенчается успехом, ибо общение с преданными разрушит все мои грехи. На самом деле все его грехи давно разрушены. Он Мадьям Уттам, эта платформа, запишите, соответствует Мадьям Уттам, лучший среди средних. Если Ручи Вайшнав Мадьям Мадьям, то Асакти Мадьям Уттам, более или менее. Вот, поэтому для него общение с вайшнавами – это все и вся. Для нас общение с вайшнавами – это, ну, типа хобби, или порой даже не можешь себя заставить. Порой есть гораздо более важные дела. И так далее. Но этот преданный не знает ничего больше. Это моя семья, это члены моей трансцендентной семьи. Мне не нужно ничего больше, никакого общения в трех мирах мне не нужно. Мне не нужно райское царство. Мне не нужно признание в этом человеческом обществе. Ну и также Каду преданный равнодушен. Но он не прочь туда пойти, если по карме это ему положено. Но всюду, всюду, всюду он желает саду сангу. Всюду. Вот. Поэтому он думает, это разрушит все мои грехи. Он думает себя как грешным, как падшим. У него нет никакой гордыни. Это очень возвышенный уровень. Думая так, он поклонится преданному, пав ниц перед ними. С любовью, встреченный одним из лучших мудрецов Махабхагавата, сокровищем всех чистых преданных, он сядет перед ним, склонив голову, будет со слезами молить его. О, Вайшнав Такур, о Господин, ты являешься драгоценностью среди тех, кто способен исцелять от тяжкой материальной болезни, поразившей живые существа во всех трех мирах. Я самый падший, ничтожный человек. Пожалуйста, проверь мой духовный пульс, выяви мои недуги, и посоветую, какое мне лекарство принимать, и какую выбрать диету. Так преданный обращается к Махапурушу. Вот. Потому что он видит, кто такой Махапуруша. Это очень важный момент здесь. Такой вайшнав видит, где Махапуруша уже. Он знает. Тот, кто чуть-чуть ниже, он знает, но меньше. Чем ниже, тем знает меньше. Вот. Но Мадьям, в принципе, считается, знает, но, как правило, знает по милости этих Махапуруш. Но вайшнав такого уровня, он уже может самостоятельно, безошибочно определять Махапуруш. Точно. Мадьям Уттам. Так, осчастливленный милостивым взглядом Махабхагавата, нектаром его речей, он остается с ним несколько дней, чтобы просто служить его лотосным стопам какими-то способами. То есть он чувствует себя собакой у стоп вайшнавов. Действительно, это не поддельно. Это очень трудно подделать. Подлинное смирение невозможно подделать. Вы можете видеть у стоп вайшнавов такого калибра, насколько они смиренны. Им не нужны лаба пуджа пратишта. Им не нужны почтение к самим себе. Им не нужно никаких знаков, так сказать, отличия, никакой похвалы со стороны других. Это невозможно подделать. Именно это подкупает. Просто. Никто не может равнодушно пройти мимо. Вот. Так очень удачливые преданные становятся последователями таких вайшнавов. Вот. Таковы качества преданного, который достиг уровня асакти. Другой раз он запрется у себя дома и, подобно несметно богатому, но скупому торговцу, который жадно копит сокровища, будет размышлять день и ночь во сне, стоя и сидя, куда ему идти, что делать, как обрести Кришну, как обрести. Вот мы дома, если что-то важное хотим решить, принять какое-то решение, можем запереться и сказать, ну как мне вот накопить этот капитал, вот как мне, вот что мне теперь делать. О, ну в России так себе экономическая ситуация сейчас. Поеду-ка я в Китай, вот там стабильно. Там юань, столько-то евро постоянно. Можно поработать и получить. Ну вот, поехал. А потом, о, нужно Махараджа спросить, а где там садусанга вообще? Это мы. Но преданный такого уровня садится, запирается, понимаете, чтобы не тревожили мирские разговоры, мирское ничто вообще, думает.
Как мне обрести сокровище моей жизни? Как мне найти Кришну? Где Господь моего сердца? Как мне найти Кришну? Как мне найти Садхусангу? Да. Поэтому, когда Гурудев, некоторых из вас, Дамодар Махарадж, впервые пришел к Гурудеву, он рассказывал. Он задал ему вопрос. Он сказал, я хочу только слушать Бхагаватам из уст Махабхагавата. Он сказал. Преданный сказал, ты знаешь, я тоже этого хочу. Куда нам пойти? Понимаете, это смирение. Гурудев никогда не говорил, я Махабхага, меня слушайте. Когда Бон Махарадж его спросил, Гурудев, ведь вы, вообще говоря, Махабхагават, и Гурудев его остановил, по-моему, выкрутил ему ухо или что-то такое, сказал, так, иди сюда. Кто тебе сказал, что я Махабхагават? Кто тебе сказал? Понимаете, то есть, вот, ну, Гурудев никогда не скажет, что он Махабхагават, он скажет, нужно пойти и слушать куда-то, вот. Вот так. Поэтому смотрите, как теперь люди реагируют на признаки, которые естественным образом являются достоянием такого вайшнава. Послушайте. Разная категория здесь перечисляется и разные реакции с их стороны. Его друзья скажут, а, нет, и тогда родственники. Родственники, это шри родственники. Это первый, как сказать, барометр. Родственники спросят, что с тобой случилось. Наверное, ты заболел. Ну, заперся, понимаете. Почтенный там муж, отец, семейство и так далее. Заперся дома. Родственники спросят, что с тобой случилось? Он промолчит в ответ или, притворившись, ответит, что все в порядке. Друзья скажут, что до этого с ним не случалось ничего такого, что он помутился рассудком. Лучшая доброжелательность. Шри, друзья, ки-джай. Общество, дружба, любовь, ки-джай. Вот их мнение, пожалуйста. Эксперты. Ты, наверное, помутился рассудком. Что с тобой такое? Почему ты с нами не хочешь больше водиться, играть? Ты что, лучше нас стал? Ты кто такой? Вот. Соседи решат, что он идиот от рождения. Соседи ки-джай. Особенно у нас, на железнодорожников. Вот. Как-то на ладушке они были не проявлены. На железнодорожников там полный букет. То есть они все думают, что мы идиоты от рождения. Уже, понимаете? Хотя у нас асакти может не быть, но они точно уверены, что у нас именно этот диагноз. Вот. Непровержимый праман. Соседи, обратите внимание, они точно скажут, вот, что ну, один палец будет вращаться, точно. Поборники ведических ритуалов, следующая философия Джаймини, сочтут его глупцом. Ну, правильно, ну, человек нелогично себя ведет. Зачем? Нужно жертвоприношение совершать. И вообще, карма – это все и вся. Говорится, Ишвары, собственно, не существует. Ну, джайминисты, они так считают. Глупец, ну, теряешь время. Как-то раз я в Антверпене, в Бельгии, немножко собирал на улице, и один человек совершенно искренне мне сказал, you're losing your time, ну, теряешь время просто. То есть он послушал меня там про Кришну, там, что мы делаем, ему интересно. You're losing your time, теряешь время попусту, просто он сказал. И так искренне. Вот. Знатоки веданты посчитают его жертвой иллюзии. Почему? Потому что они, собственно, сами жертвы иллюзии. Поэтому они видят других как жертвы иллюзии. Они, ну, они майявади, поэтому они считают, что если кто-то поклоняется кому-либо в этом мире, то это все идет через форму, а форма – это иллюзия. Поэтому поглощенные благочестивой деятельностью праведники решат, что он падший. Правильно? Правильно, потому что не соблюдает правил предписаний. В Джайва-дхарме целая глава посвящена этому. У меня тут возникла идея в следующем году дать вам семинар по Джайва-дхарме. Вот, это будет нечто капитальное, если это будет, дай Бог. Вот. Так вот, там целая глава посвящена. Там приходит настоящий карми и задает вопросы. Я забыл, кто это был, там Лахири Махашай в первом появлении, да? И он никак не может понять, почему вайшнавы, вот они не точно соблюдают вот эти вот требования кармаканды. Почему вайшнавы, они не точно соблюдают правил предписаний, необходимых для, ну, обычной религии в обычном понимании. Вот, поэтому начинающие преданные даже, они не могут понять таких вайшнавов. Поэтому наш Гурудев иронично шутил. Он говорил, они могут сказать, Шукадев Госвами, немедленно одевайтесь. Почему в голом виде вообще в алтарной, да? Почему? Он сидит, Бхагаватам рассказывает. Ему не нужна одежда. Как, что такое? Ахарана, вывести его. Почему раздетый, понимаете? Харидас Такур, кто ваш Дикшагуру? А ему не надо.
Зачем? Ну, он Господь Брахма и Прохлад вместе, вот вообще говоря. А так вообще его гуру, ну, Шри Чайтанья Махапрабху. Кто гуру Рупы и Санатана? Махапрабху. А им больше и не надо. Вот. Почему? Потому что они Рупа и Санатана. Вот. Но обычные люди могут не понять, кто его гуру и так далее. Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур принял саньяс от самого себя. Что это такое? Бабаджи. Все в ярости просто. Вот. Так вот, оскорбители обвинят его в притворстве. Оскорбители такой народ. Вот. Они, Шрила Гаургавинда Махарадж красиво очень описал в одном месте, что случается с оскорбителем. Он становится очень злым. Он начинает ненавидеть свою жертву. Вот. Поэтому оскорбители обвинят его в притворстве. Ты негодяй, ты вор, ты притворщик, ты так далее. Все смертные грехи. Сразу начинают предъявлять. Этот вайшнав, который на таком уровне, знаете. Вот такая, как сказать, с точки зрения общества, просто трагедия, то есть не понимают, народ не понимает. Но наш герой, далекий от понятий славы и бесчестия, унесенный потоком божественной реки привязанности к Господу Асакти, оставит все как есть и будет продолжать свой путь. Вот что имеет в виду Шрила Рагхунатх Дас Госвами, говоря: надхармам, надхармам, шрутигана нируктам килакуру, браджей радха кришна прачура паричарьям и гатану. Оставь дхарму и адхарму, вот эти вот, мирские. Дхарму и адхарму. Не поклоняйся полубогам, не совершай тоже греховные поступки и так далее. Потому что ни то не имеет, не обладает смыслом, ни другое. Ни то не даст тебе Кришна-прему, ни другое. Кришна-прему, понимаете, чистую любовь к Кришне. Не даст тебе ни благочестия на самом деле, ни тем более греховная деятельность. Но в принципе они равноценны. Почему? Потому что и то несет карму, и другое. Поэтому, строго говоря, такой человек на уровне асакти, он уже за пределами добра и зла. Вот о чем, как его Шопенгауэр-то рассуждал. Он только с другой точки зрения. Вот. А здесь это чисто духовная точка зрения. Чисто духовная точка зрения. То есть такой человек уже надхармам, надхармам. Просто в раджи, как там, в раджи радха кришна прачура паричарьям. Он только служит в раджи, раде и кришне во врадже. Вот. Уже он близок к осознанию своего духовного тела. Уже он всюду, и на каждом месте он выбирает Кришну. Строго, понимаете? И это естественно. Так же, как для человека, который погружен в майю. Он на каждом шагу жизни выбирает майю. Ему начнешь говорить про Кришну, у него сукрити нет, заслуг нет. Он скажет: «Эй, что это за индийский бог? А почему он такого странного цвета вообще нет?» Вот. И так что-нибудь сморозит свое. Почему? Потому что у него нет, в системе нет вот этих ценностей, у него нет этих наработок. Поэтому он просто пройдет мимо самого-самого возвышенного. Вот, мы немножко послушали сейчас признаки асакти, вот, но мы возвращаемся к первому стиху, собственно, пятой ямы. Я еще раз произнесу. 3-4. Айнанда тануджа кинкарам патитам амвишаме бавам будо. Где красноярский хор? Крипаятава падапанкаджастита дхули садришам вичинтая. О, Нанданандан, молю, будь милостив ко мне, твоему вечному слуге, запутавшись в сетях кармы, я упал в страшную пучину материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на твоих лотосных стопах. Прими меня как своего вечного раба. Это очень-очень возвышенное смирение у этого преданного. Вот. Гурудев говорит, когда преданный поднимается на уровень асакти, его молитва исполнена величайшего смирения и скорби. Скорби. Я потратил жизнь попусту. Я общался с порочными и скупыми людьми, противящимися баджану. Узнаете? Баджа-гуря-мана. Мы иногда поем песни на программах с нашими новыми знакомыми, и порой они говорят: послушайте, здесь какое-то самоуничижение происходит, да, у автора, может быть. Он как-то, как вы, у вас не, вы не боитесь, что какие-то комплексы разовьются, что вы как-то, я такой низкий, падший, такой, нужно ж, знаете, как в современных этих всех науках о том, как стать успешным в жизни, да, нужно высоко голову держать, достоинство должно быть, а тут что за самоуничижение? Это естественное состояние, мы должны быть готовы к этому.
не искусственное смирение, это не поддельное, это не, вот этого уже невозможно подделать. Невозможно подделать. Никак. Как ни пытайся, этого невозможно подделать. И когда ты видишь таких вайшнавов, сразу бросается в глаза. Сразу бросается. Мы очень удачливы, потому что мы встретили таких, нашего Гурудева, главным, прежде всего. Вот. Когда такой преданный совершает киртан, свободный от оскорблений, в его сердце по милости пробуждается бхава. Шримад Бхагаватам говорится во второй главе, это знаменитые стихи тоже, из второй главы первой песни, к которой мы неоднократно уже обращались в предыдущих ямах. Что случается, когда преданный с верой слушает Шримад Бхагаватам из уст Бхагавата, Махабхагавата Вайшнава? Шринватам свакта Кришна пунья-шравана киртана Хридьянтастхабхадрани видноти сухритсатам Нашта праешва бадрешу нитям Бхагавата севая Бхагаватьюттама шлоки бхактир бхаватир найштики. Слушайте, хора вообще нет. Ай-яй-яй, нужно знать эти стихи. Вторая глава первой песни. Тадараджастамобхава камалобадаящае чета этар анавиддам ститам сатве прасидяти. Как слушание, так и воспевание славы Кришны приносят очищение. Поскольку Кришна – вечный друг святых, Он сам пребывает в сердцах тех, кто слушает повествование о Нем и искореняет неблагоприятные страсти, такие как вожделение, прежде всего. Хридрога, говорится, болезнь сердца. Вожделение – это главным образом половое чувство считается, но в целом это жажда обладания материальными вещами в этом мире. То есть эксплуатация, говорит Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж. Эксплуатация, тенденция эксплуатировать. Постоянное служение Шримад Бхагаватам и преданному Бхагавате полностью уничтожает неблагоприятное желание и приводит к необратимому преданному служению. Найштики бхакти. Необратимое. То есть то, как сказал сталкер, откуда уже не возвращаются. Оттуда уже не возвращаются. Вот если у тебя ништха, как правило, падение не происходит. Редко, но, как правило, не происходит. Вот. Бхагавану Кришне прославлено в трансцендентных молитвах. С пробуждением найштики бхакти, то есть преданного служения с непоколебимой верой, все проявления страсти и невежества, такие как вожделение и гнев, исчезают, и сердце преданного очищается. Вот в чем наш интерес. Найти такое общество, найти таких преданных, которые постоянно слушают Бхагаватам, не просто слушают, произносят и слушают, но полностью погружены в сокровенный смысл Бхагаватам и черпают все новые и новые вкусы расы, бхакти-расы. То есть трансцендентное чувство в преданности. Вот что это такое. Какая из современных религий скажет вам о бхакти-расе? Никакая. Они скажут, что он великий, могучий, что он масса качеств. Но каковы мои отношения с ним? Как мне развивать эти взаимоотношения? И вообще, кто он такой прежде всего? Никто не скажет, кроме бхакти-йоги, да, в ведической традиции. Вот. Поэтому так преданный доходит до асакти и выше. Так Шримад Бхагаватам делает из него Бхагавата, собственно. То есть он становится бхакти, подлинное преданное служение. Он обретает и раджас, тамагуна, раджа, то есть страсть и невежество, отходит на второй план сперва и затем полностью исчезают. Сатва гуна или гуна благости воцаряется в сердце преданного. В слове сатва есть еще одно, у слова сатва есть еще одно значение. Какое? Что значит сатва? А? Существование. Существование. Значит сатва. Вот. Когда бхава приходит, мы будем слушать в субботу, происходит что? Шуддха сатва. Приходит в сердце преданного. То есть чистое существование. Сейчас наше существование не чистое, оно смешанное с гунами природы, с качествами невежества, страсти и благости. Этими тремя. Лучше благость, чем чем две низших гуны, конечно. Благость лучше, чем страсть, и тем более невежество. Вот. И так постепенно воцарившаяся в сердце благость становится не просто сатвой, а шуддасатвой. Вот это шуддасатва, как она входит в сердце, мы будем слушать в субботу. Это бхава уровень.
Но преданный на уровне асакти уже к этому готов. То есть он как бы построил вот этот плацдарм. И что ему нужно делать? Только углубляться и ждать, и молиться. И все придет очень быстро. То есть это уже, как мы сравнивали, нога, занесенная на следующий камень, да? Если мы идем по камням через реку, допустим, ручей. Вот. Слова «это навидхам» в этом стихе означает, что с пробуждением найштики бхакти сердце садхаки становится неуязвимым для врагов во главе с вожделением. Кама, крода, лоба, мада, маха, мацария. Шесть врагов. Кама, вожделение номер один. От него все идет. Арджуна спросил Кришну в третьей главе: «О, Кришна, что это за сила?» Помните? В третьей главе мы год назад обсуждали на семинаре по Бхагавадгите. Арджуна, что это за сила, которая побуждает человека действовать против собственной же природы? Хотя он знает, что это плохо, но эта сила побуждает его действовать против собственной природы. Это вожделение у Арджуна. То есть это главный враг, корень всех остальных. Вожделение. Вот кама, крода, гнев. Вожделение не удовлетворено, приходит гнев. Сядь хорошо. Приходит гнев. Маленький ребенок капризничает, хочет эту погремушку, от него отбирают. Хочет эту конфетку, от него отбирают. Нельзя. Да, неудовлетворенное вожделение. Гнев. Дай, дай. Одно из первых слов детей, да? Дай. Заметьте. Хочет все, все хочет получить. Вот. Кама, крода, лоба, жадность. Чем больше дай, дай, тем больше жадности. Избалованные дети, знаете? Дай, а не дал, все, истерика. Поэтому он дает, хорошо. Поэтому жадность появляется. Кама, крода, лоба, мада, безумие. Слишком много объектов, вообще съезжает крыша. Просто от вожделения, которое как вирус распространилось по всей системе. В итоге у человека ничего больше нет. Разум просто тухнет, уходит. Вот кама, крода, лоба, мада, безумие. Моха, иллюзия, что я Бог или еще кто-нибудь. Мацария – зависть, а все остальные, их нужно убрать. С ними что-то нужно сделать. Так думает демон. Кришна объясняет в 14 главе мышление демона. Сегодня у меня столько денег, и будет еще больше. Это мои враги, я с ними разделаюсь, и завтра я стану властелином мира. И как думал Хиранья-Кашипу, я даже убью самого Вишну. Вот до чего можно дойти. Поэтому Гурудев спрашивает, был ли Хиранья-Кашипу теистом или атеистом? Конечно, теистом. Он знал о Вишну. Он читал Веды. Юга была другая, они все были такие глупые демоны, как сейчас, ничего не знают. Но они очень умные были, они все знали. Вот. Сейчас цитируется знаменитый стих из молитв Господа Брахмы, который в своей проповеди мы часто рекомендуем преданным для заучивания. Это третья молитва. Помните, Брахма очень ошибся, и он оскорбил Кришну, поэтому он воспевал эти молитвы числом 40, а Кришна очень индифферентно, даже не воспринимал, даже не показывал, то есть услышал он эти молитвы или нет, не обращал внимания на Брахму. Так или иначе, Брахма очень раскаялся, он сказал, поддержите хор, 3-4. Таттену кампам сусамикшаману Бунджана эйватмакритам випакам Хридвагвапурбир видаданнамасте Дживетая муктипаде садаябхак. Этот стих универсальный. Почему? Потому что, во-первых, он учит нас на каждом шагу видеть все как милость Кришны. Если мы практикуем этот стих, значит, на каждом шагу жизни мы видим все как милость Кришны. Это раз. И второе. Видим те невзгоды, которые выпадают на нашу долю, непосредственно как милость Кришны тоже, а как результат наших собственных поступков. Результат наших собственных поступков. Поэтому милостивый Господь дает нам результаты по карме. Таков печальный закон этого мира. Но он не только печальный, он очень полезный закон, закон кармы. Если Кришна все нам дает согласно карме, то мы, если мы разумны, в особенности по милости вайшнавов, если крупицы духовного разума начинают пробуждаться в нас, то мы начинаем понимать, что это наши же собственные поступки явились причиной вот этих вот обстоятельств, в которые мы попали. Так?
Поэтому перевод такой. Твои лотосные стопы, прибежище освобождения, достоин обрести тот, кто во всем видит твою милость. Такой человек непоколебимо встречает счастье и страдания, приносимое его прарабдхакармой, означает остаточными реакциями, которые плодоносят сейчас, как плоды своих поступков, и живет, посвящая тебе тело, ум и речь. Вот это тело, ум и речь, вот почему мы носим три вот здесь. Инициированный ученик носит три. Тело, ум, речь. Кстати, девять нитей у нас тоже, трижды три, там тоже этот смысл. И три данда у нашего брата Саньяси. Тоже тот же смысл, три. Ну, вообще говоря, у нас четыре в Гаудия Мат. Четыре веды, но три входят в четыре, поэтому тоже этот смысл есть. Как-то раз я переводил инициацию для Шилы Гурудева, году, наверное, в девятом, в Новодвипе. И спросил, то есть Гурудев, он говорил всем, в принципе, вот отдельно носить. Раз, два и три. Ну, традиционно это бывает, когда преданный достигает платформы Мадьяма. Тогда Гурудев говорит, ну, ты предался. Значит, носи раз, два, три. То есть тело, ум, речь ты вручил. Вот. Но Гурудев, он поощрял нас носить раз, два, три отдельно, в принципе. И я уточнил на той инициации, спросил Гурудев, почему все-таки раз, два, три, вот это обязательно? И он сказал, тело, ум, речь, кая, мана, вача, он сказал, тело, ум, речь, вручил Господу. Но еще смысл, Вишну, Брахма, Махеш, то есть три божества основных, вот это я тогда услышал от Гурудева. Но факт тот, что мы должны быть готовы, понимаете, потому что вот это... Я вам скажу. В принципе, это то же, что вот это, то есть данда, саньяс. То есть тело, ум и речь вручить. Нельзя думать, поправь. Нельзя думать, что если, допустим, мы домохозяева или мы заняты в миру и так далее, то мы вообще можем меньше вручить себе Кришне теоретически, чем, допустим, брахмачари или саньяси. Неправда. Большинство людей грехастхи, но Шрила Бхактивинода Такур был грехастхи, грехастха. Шриваста Такур кто был? Грехастха. Столько преданных были грехастхами, причем долгие годы жизни, да? Шриваста Такур, да, в его доме Махапрабху танцевал, а в своем доме Шрила Бхактивинода Такур писал свои прекрасные песни, книги, Баджана Рахасию написал и так далее. Вот тебе греха. Греха это не просто место для наслаждения, это храм, это мандир, храм. Вот, поэтому, вручив себя Господу телом, умом и речью, ты видишь все окружающее как результат собственной прарабдхакармы, а на уровне уже нама абхас, то есть тени святого имени, это соответствует уровню мадьяма, адхикари, это означает уже свобода от кармы, всей кармы. Вся карма уходит у человека. Все четыре вида. Как там? Кута, биджа, прарабда, апрарабда. Все эти четыре вида уходят на уровне намабас. Такой преданный, свободен, но все равно он видит, о, что-то со мной случилось. Смиренно он рассматривает, наверняка я совершил какую-то ошибку в прошлом, и поэтому это пришло ко мне. Вот. Что значит полностью брать прибежище у Кришны? Вот где он, этот Кришна? Вот пойду я сейчас в храм, там есть божество. Вот у божества полностью приму прибежище. Как? Если ты не предался вайшнавам, как ты можешь предаться божеству в храме или даже тому божеству, которого мы, допустим, поклоняемся, повторяя Харинаму, повторяя Гаятри, но которого никогда не видели, скажем так, воочию. Но преданные видели, они знают, кто такой Махапрабху, они знают, кто такие Рада Кришна. У них есть конкретное, осознанное, реализованное знание, кто эти личности такие. Поэтому они могут вложить это в наше сердце. Поэтому Амито Кангал, Кришна Кришна Боли, Дайтава Паче Паче, Дайтава Паче Паче, Вайшнава Такура Дояра Сагара Едаси Корона Кори. Поэтому этот преданный, он стремится к общению с вайшнавами. Вспомним те эпизоды из Мадхурья Кадамбини об Асакти Вайшнаве, которые мы только что просмотрели. Как он думает? Он думает ни о чем, он не думает ни о чем, кроме садусанги, кроме общения с вайшнавами. Это его жизнь. А не находя кругом садусанги, он просто запирается в комнате, потому что у него очень сильная аллергия на все мирское. Вот этот уровень. Поэтому все считают его безумными. Как? То есть безумным. Как ты можешь так отрицать, отвергать наше общение? Моралисты считают его падшим и так далее. Мы только что слушали. Вот. Потому что этот преданный, он вручил себя Кришне.
телом, умом и речью. Поэтому если у него такие обстоятельства, ну Кришна, Кришна на самом деле на этом уровне сам уже руководит его жизнью. Вот что. Потому что кармы-то нету. Поэтому Кришна сам руководит. Этот преданный очень недалек от того, чтобы параматма уступила место Иштадеву в сердце. Кришна в сердце проявляется полностью на уровне бхавы. Остальное это уже дело, как сказать, как обрести прему, это уже другая садхана немножко. Но факт тот, что сварупа сиддхи он обретает на уровне бхавы. Но асакти преданный, он уже вот-вот-вот это сделает. Но он все еще как бы здесь. И то, что он здесь, его очень угнетает. Его очень расстраивает. Почему? Потому что он желает только своего Иштадева. А кто его Иштадев? Иштадеви, Шримати Радика. Рада Такурани. Вот где она появляется, друзья. Вот где она проявляется. Вот. Мы сейчас перейдем к этой прекрасной теме Рада Даси. Мы будем слушать еще много. Вот. Но перед этим Шрила Бхактивинод Такур вспоминает слова Прохлады Махараджа, прежде всего. Что такое чистое преданное служение? Когда Прохлад Махарадж был вновь послан своим демоном-отцом Хираньякашипу в школу для демонов, потому что Хираньякашипу понял, что враг, то есть Вишну, каким-то образом через своих агентов проник, это был Нарада Муни, проник в школу и что-то как-то испортил его сына, он отправил его к демонам вновь. И Шанда и Амарка, два учителя в этой школе для демонов, вновь стали его обучать наукам, как разделять и властвовать. И, вернувшись, Прохлад Махарадж вновь услышал вопрос своего отца. «Ну же, сын мой, скажи мне, что самое лучшее из того, что ты выучил в школе?» Он ответил вот эти слова, которые взбесили Хираньякашипу. Он сказал: Шраванам киртанам 3-4. Шраванам киртанам Вишно смаранам пада севанам арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам ити пумсарпита Вишно бхактишчанна валакшана крията бхагават пьядха танманье дхитам уттамам. Все знают первую часть, но не все вторую. Я тоже запинаюсь. Стыд, позор, скандал. Вот, потому что во второй части очень-очень важная вещь. Вы помните, здесь перечислено 9 основных видов преданного служения. Слушание шраванам, повторение киртанам, памятование образа игр, качеств игр смарана, служение лотосным стопам, пада севана, поклонение божеству арчана, вознесение молитв вандана, служение ему в качестве слуги дасия, в качестве друга сакья, полное предание себе Господа атмани ведана. Говорится, что человек полностью познал Писание, если он целиком предался Бхагавану. Вот. И тогда, предавшись Бхагавану, он осуществляет эти 9 видов преданного служения. Так вот, эти 9 видов преданного служения дают подлинный результат только после того, как преданный вручил себя. Пишите, важная вещь. Пумсарпита Вишну. Полностью вручил себя Вишну. Тогда 9 процессов преданного служения совершается подлинным образом. Только такое изучение Писания можно считать успешным. Вот. Многие изучают Писание и потом цитируют. Вот и все, что получается. То есть это чистое гьяна, чистое просто накопление знаний. Вот. И, соответственно, наслаждение этим происходит. Но когда ты вручил себе Вишну, вот тогда чтение Писания, слушание и последующее чтение Писания, вот тогда происходит совершенно. Поэтому шастры плюс садусанга равно успех. Вот это. Если есть садусанга, и слушание Писания, и чтение последующее проходит в этой садусанге, тогда успех гарантирован. Каков успех? Мы говорим, да, сперва, а потом сварупа сиддхи, бхава. Вот. Это очень важно. У того, кто практикует подобный вид преданности, постепенно пробуждается бхава и дасия рати, то есть служение, прежде всего, в настроении слуги. Вот. Это первое приходит. Сперва мы служим Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху обретается по милости Нитьянанды. По отношению к Нитьянанде, то есть он приходит как гуру, мы слуги, дас,
это настроение. Затем Шри Чайтанья Махапрабху ты тоже даст. Шри Кришна Чайтанья Прабху Дасе Рану Даса Сева Дикаре, как там говорил, Наротама Даса. Да, поэтому он поет Рада Кришна Пранамор Югала Кишор. Но сперва Шри Кришна Чайтанья Прабху Дасе Рану Даса. Я хочу стать слугой слуги, слуги, слуги. Шри Чайтанья Махапрабху, вот это Даси Рати. Затем он уже прогрессирует в своей конкретной рате. Если Мадхурия, значит Мадхурия. В нашей линии это в подавляющем большинстве случаев так. Молитва Вритрасура. Возвращаемся к Вритрасуре. На прошлом занятии мы упоминали его, потому что одна из его основных молитв цитировалась. Вритрасура, помните, бывший Махарадж Читракету, получил это демоническое рождение. Вот. И когда он сражался с Индрой, он захотел быть убитым. Он не хотел побеждать и владеть царством или чем-либо еще. Он сказал: «О, Индра, убей меня, пожалуйста, потому что мне не нужно это демоническое тело. Я хочу лишь служить Кришне». И вот эти молитвы Вритрасура – это абсолютная классика, и все наши ачарьи, они выделяют их особым образом вообще во всем Шримад-Бхагаватам. Говорится, что это прелюдия введения к гопи, к бхаве, к настроению гопи. Ахам харе тава падая камула даса анудаса бхавитасми бхуя манас марета супатер гунамсте грини тава карма кароту кая. Вритрасура молится: «Живое существо – это твой вечный слуга». Но оно забыло об этом, потому что неверно использовало предоставленную ему независимость и оказалось в ловушке майи, подвергаясь многочисленным страданиям материальной жизни. Кроме того, желание стать слугой твоего слуги может исполниться лишь по беспричинной милости гуру и вайшнавов. Настроение служения можно обрести, только совершая бхакти. О Господь, пожалуйста, даруй в следующей жизни. Я имел возможность служить слугам, нашедшим прибежище у твоих лотосных стоп. Пусть мой ум всегда помнит о твоих всеблагих качествах, мои уста всегда прославляют эти качества, а тело всегда совершает служение тебе. От тебя кая манавача. Тело, ум и речь. То, о чем молится Вритрасура. На самом деле он преданный, но в теле демона. Вот. Что же? Еще один стих из Бхагаватам. Это уже слова гопи из Праная Гиты, которую мы упоминали. Кришна заиграл на флейте поздно ночью. Гопи сбежались на звук его флейты, не будучи способными удержаться, побросав все свои домашние дела. Придя к Кришне, они услышали от него слова: «О, гопи, вы добропорядочные женщины, а я просто брахмачари. Зачем вы пришли ко мне темной ночью? Возвращайтесь-ка лучше домой, к своим домашним обязанностям. Почему вы хотите быть со мной наедине? Это не пристало добропорядочным женщинам». Но гопи упрекали его в лукавых речах. И некоторые из них, которые левого крыла, они сказали: «На самом деле мы пришли сюда просто полюбоваться ночным лесом. Вот. Но сейчас мы уже сделали это. И, пожалуй, это правда. Мы должны пойти домой к нашим мужьям». На самом деле они очень хотели остаться. И Кришна тоже очень хотел, чтобы они остались. В результате встреча состоялась, Расалила состоялась. И это одна из пяти пран Шримад-Бхагаватам, Праная Гита. Вот еще один стих оттуда, 10.29.38. Танна прасида вриджинардана те гримулам прапта висриджа васатистват упасанашам. Твад сундара смита нирикшана тивра кама тапта патпанам пуруша бушана дехидасьям. Привлеченные звуком флейты Кришны, гопи пришли к нему и сказали: «О, избавляющий от страданий! Мы оставили свои дома, семьи, родственников, пришли к твоим лотосным стопам только из желания служить тебе. О, драгоценный камень среди мужчин, будь доволен нами. О, лучший среди мужчин, своей сладостной улыбкой, чарующими взглядами ты зажег в наших сердцах огонь желания встретиться с тобой наедине. Каждая клеточка нашего тела охвачена огнем желания. Пожалуйста, прими нас своими служанками». Вот это настроение гопи. Не случайно, друзья, сперва идет молитва Вритрасуры, а затем сразу же слова гопи. Потому что молитва Вритрасуры – это как фундамент, как переходное настроение к настроению гопи. Так вот, Шукадев Госвами
произносил Шримад Бхагаватам, и войдя в настроение гопи, так как он был, мы знаем, попугаем Шримати Радыки, Шука, значит, попугай, вот, он вошел в настроение гопи, и он произнес этот стих. Так вот, гопи оставили все. Постепенно мы будем все глубже и глубже сегодня соприкасаться с их настроением. Вас ожидает очень большой нектар сегодня. Пожалуйста, слушайте дальше. Вот. Шрила Гурудев воспроизводит слова гопи. Они говорят: «О, Шьямасундара, мы молоды и хотим осчастливить тебя, отдав тебе свои тела. Мы хотим поклоняться тебе, глядя на твое расцветшее улыбкой лицо, ловя твои взгляды, вкушая нектар твоих губ. О, украшение сильного пола, наши тела золотистого цвета, твое цвета сапфира, так что ты естественное украшение для нас». Когда прекрасный цвет сапфира входит в соприкосновение с золотом, цветом расплавленного золота, это цвет тел гопи, получается в результате прекрасный цвет, как малахита, зеленый ашем. Шамасундра, Шиканда Шекара Смираха Самурали, Манохара, да, цвет, зеленый цвет. Вот. Затем гопи входят в ревнивый гнев, они говорят: «Мы пришли сюда из любопытства, полюбоваться красотой Вриндавана в лунную ночь, так что даруй прибежище Лакшми своей кунхи, а не нам, пусть она верой и правдой служит тебе на твоей груди, но мы не желаем этой участи». Так сильно жаждет встречи с невестой Магукулы, что же нарядил своих друзей, Субала и других, в одежды гопи. Ты бросил тень позора на весь мужской род. Субала и другие, Приянармасаки, близкие друзья Кришны, они также входят на стороне гопи. Тут говорится, что Кришна даже наряжает их в одежды гопи. Вот что происходит. Они, говорится, в Радак Кришна Ганадеша Дипике, служат в настроении Мадхура Рас, даже Приянарма, близкие мальчики, пастушки. Вот. А гопи его стыдят за это. Как ты смел даже своих друзей нарядить в одежды гопи? Вот. Как же нам обрести гопи бхаву, говорится в следующем стихе из Праная Гиты. Викшала кавры тамукам тавакундала шриганда сталадара суддам хасид павалокам даттабхаям ча буджа дандаюгам вилокья вакша шрияйка раманам ча бхавама дасья. Гопи сказали: «О приятама, о драгоценный возлюбленный, увидев твое прекрасное лицо, обрамленное блестящими черными кудрями, твои прекрасные щеки, которых касаются чудесные серьги, кундалы, отражающие твою беспредельную красоту, твои прекрасные губы, чей нектар слаще любого другого нектара, твои чарующие взгляды, твои едва заметной улыбкой, две твои руки, щедро дающие бесстрашие предавшимся душам, твою грудь, украшенную присутствием Лакшми в форме золотой линии Суварнарека. Все мы стали твоими служанками». Вот мы слушаем эти молитвы, то есть слова гопи, обращенные к Кришне, и думаем, может быть, а какое отношение они имеют сейчас к нашей садане, правда? Вот мы слушали четыре первые ямы, мы довольно-таки ясно ощущали, что это имеет отношение самое прямое к нашей практике сейчас, правда? А вот сейчас пятая яма, и мы думаем: о, гопи здесь обращаются к Кришне. И мы так подсознательно испытываем какое-то сомнение: а мы-то тут при чем? Почему нам вот это вот необходимо сейчас? Это же так возвышенно на самом деле. Да, это возвышенно, но нужно знать, что это наша участь. Всем доброе утро. Это участь. Мы должны проникнуться этим настроением. Почему должны? Почему вдруг мы должны, обязаны? Потому что это наше естественное свойство. И Шрила Гурудев заметил это, поэтому он вложил это настроение нам в сердце во время инициации. А как мы подпитываем вот это вот настроение, которое Гурудев вложил? Через Харикатху. Вы, наверное, слышали, что Харикатха – это, собственно, дикша, собственно, с точки зрения Бхагавата. В Бхагавата смысле Харикатха – это дикша, ты получаешь, ты развиваешь свою дикшу посредством слушания Харикатхи. Вот почему Шрила Гурудев так подчеркивал: Харикатха, Харикатха, Харикатха. Гурудева спрашивали этот базовый вопрос, самый главный вопрос. Многим вайшнавам спрашивали:
Что самое главное? Воспевание святого имени, слушание, подожди, воспевание святого имени, сева, служение, или харикатха, вот эти вот три. Воспевание киртаном, служение сева или харикатха. Гурудев, не дослушав вопрос, отвечал: харикатха. Вот это его настроение. Почему? Потому что когда харикатха, тогда и слушание идет естественным образом, воспевание идет. Потому что если харикатху ты послушал, которая тебя потрясла, помните, старые добрые годы, или сейчас, те, кто получают шикшу, да, от возвышенных вайшнав, вы знаете, что означает услышать возвышенную катху, как это переворачивает сознание. Так там же и памятование, там же и слушание, там же и кирта, сам начинает пересказывать эту харикатху. Да? Шраддан витону шринуят, говорится в выводах 10-й песни Шримад-Бхагаватам, когда Шукадев Госвами заканчивает повествование пяти раса Панчадьяя, пяти глав, посвященных раса Лиле. Он говорит: «Викриди там враджавату бирадам ча вишна шраддан витону шринуят это варна едва». Бхактим парам бхагаватил пратилабья камам хридрогам ашива пехиротя чилена дхира. Тот, кто с верой слушает эти повествования и затем пересказывает, не просто прослушал курс, как справочка дается, да, в конце, как это, нерадивому студенту. Нет, ты прослушал, не просто прослушал пассивно, нет, ты говоришь. Ты говоришь дальше, ты произносишь эту харикатху, ты делишься с другими, ты культивируешь ее. Это активный процесс. Поэтому шраванам так перерастают в смаранам и киртанам потом. Ты памятуешь ее и опять произносишь. И тогда бывают такие очень прекрасные откровения. То есть вдруг откуда-то вот в процессе катхи вспоминается нечто, что ты давно, может быть, упустил из внимания. Что-то Гурудев когда-то или вайшнавы что-то сказали, ты вспоминаешь. Это очень творческий процесс. Вот. И ты пересказываешь это. Вот. Потому что это где-то сидит вот там в сердце. И когда настроение приходит, эта тема приходит и так далее, эта катха вдруг произносит. А вы знаете, более продвинутые вайшнавы, что происходит у них? Почему Гурудев иногда говорил? Эту катху не я говорил. Это Шрила Рупа Госвами говорил сегодня. Шрила Бхактивинод Такур говорил сегодня. Во введении в Бхаджана Рахасю Гурудев что сказал? Когда моя дочь, как он говорит, Кумари Савита, да, одна из первых учениц Савита Диди, она принесла мне рукопись, составленную с аудиозаписи моих лекций по Бхаджана Рахаси. Я потрясен был, говорю, как я мог такое сказать? Наверняка Шрила Бхактивинод Такур меня вдохновил. Потому что когда говорит ачарья такого уровня, говорит вся Гуру Парампара. Вся Гуру Парампара говорит. И Шрила Бхактивинод Такур говорит, и Рупа Госвами говорит, все говорят. Но особенности там, какая-то личность, вот Гурудев может выделить, вот сегодня, допустим, Вишванат Чакраварти Такур через меня говорил, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это харикатха. Вот. Мы говорим шастры. Шастры, конечно. Шастры в основном мы имеем в виду что? То, что записано. Это шастры, правильно? Но есть масса шастр, которая не записана. Говорится, фольклор в Риджбасе – это шастра, но не записана. Так. Гурудев рассказал, допустим, третью историю Радхаятры, да, о том, как глаза Рады и Кришны встретились в конце, и Шрила Гаур Говинда Махарадж тоже это рассказывал, независимо от Гурудева. Вот. Откуда это? Это из сердец вайшнавов. Вот это харикатха. Харикатха – это тоже шастра таким образом. Харикатха вайшнавов такого уровня – это тоже шастра. Вот. Итак, в процессе харикатхи, да. Да. Так гопи прославляют Кришну. Они говорят, все, услышав твою мелодию флейты на Кришну, что такое мелодия флейты Кришна? Первичная харикатха, изначальная харикатха. Это мелодия, которая очаровывает всех живых существ Вселенной. Сам Кришна произносит. Это льется через флейту. Вот. Поэтому гопи, они немножечко, как завидуют, они распекают этого представителя сословия бамбуковых, вот, за то, что он берет себе весь нектар, пропускает через себя весь нектар. Мы хотели бы насладиться нектаром уст Кришны, а он весь его к себе забирает. Вот. Какой же он, как сказать, жадный. Вот. Здесь очень
потрясающее описание. Сейчас просто у нас нет возможности. Очень-очень возвышенные вещи также. Много что касается пранаягиты. Еще один стих из пранаягиты. Курвандихи твои ратим кушала сваятман нитья прие патисута вир аттидайким танна прасида парамешвара масмачиндья ашамдритам твои чирадара винданетра. О параматма, говорят гопи, во-первых, почему параматма? Параматма — сверхдуша, мы знаем в обычном смысле, но здесь имеется в виду владыка наших душ, вот это вот параматма, душа наших душ. О параматма, великие личности, доброжелатели каждой души отдают свою любовь тебе, потому что ты душа всех душ. Какой смысл любить или служить мужьям, сыновьям и всем остальным, если эта любовь временна и полна страданий? Будь доволен нами и даруй нам свою милость. О лотосаоки, пожалуйста, не срубай расцветающую лиану нашего желания служить тебе, за которой мы так долго ухаживали. Гопи очень опасаются, что их желание служить Кришне будет срублено его лукавыми речами, жестокими, как они их называют. Итак, Кришна привлекает всех живых существ. Он параматма всех живых существ. Но это в общем смысле. Вот. Но есть еще одно значение. Мне вспоминается стих, который из Бхакти Расаяны, это введение в Бхакти Расаяну. «Джайта джананивасо деваки джанмавадо вапидвара парешатсвар дорпхи адхармам джананивасо». Этот стих упоминает Шукадева Госвами в конце 10-й песни. Шрила Гурудев говорил на эту тему, и также Шрила Санатана Госвами включил в Бхакти Расаяну. Джана Ниваса означает прибежище для всех живых существ, это Кришна. Да, там есть три значения. Ну, вот, то, что Кришна параматма всех живых существ, то, что все живые существа покоятся в нем, с другой стороны, еще одно значение. И затем четвертое значение Шрила Санатана Госвами комментирует. Он говорит, что Джана Ниваса означает, Кришна это прибежище для всех бриджа-баси, вот это самое главное, что он прибежище для всех жителей Вриндавана. Потому что все жители Вриндавана не чают в нем души. Он предмет любви, объект любви для всех жителей Вриндавана. Вот. Поэтому это настроение гопи, это настроение преданности, вручения себя Кришне. Культивирует вайшнава на уровне асакти. Их асакти, их влечение к Кришне вот таково, как гопи. То есть они просто бросают все. И это настроение начинает понимать, доподлинно начинает понимать преданный на уровне асакти. Он знает, почему гопи так думают. Почему? Потому что он идет по их стопам. Он находится в анугатхи гопи. Шри Рай Рамананда, да, когда он произносил по наставлению Махапрабху эти слова в Рай Рамананда Самваде, он затем подчеркнул необходимость пребывания в анугатхи гопи, то есть идти по стопам гопи. Поэтому мы идем по стопам гопи, никого-либо гопи. Поэтому Шрила Гурудев, когда вкладывал это настроение в нам в сердце, он говорил на инициации, что думайте о себе, Кришна мой драгоценный возлюбленный. Вот это. Не друг, не брат или слуга, то есть я его слуга или он мой сын, да, в отца Лераса. Нет. А Кришна мой драгоценный возлюбленный. Вот это вот настроение Рупы и Рагунатхи Даса Госвами Шрила Гурудев вкладывал в наше сердце. Кстати сказать, Рагунатхи Даса Госвами, знаменитый стих из Санкальпа Пракаша Стотра, следующим идет здесь. Почему следует принять прибежище у лотосных стоп Шри Радхи, объясняется в этом стихе. Ана Радья Рада Падам Боджаренум, Ана Шритья Вриндата Вимтат Паданкам. Слышали его? Нет? Асамбашья Тадбава Гамбира Читтан Кудашьяма Синдора Сасья Вагаха. Возможно ли погрузиться в океан экстатической расы Шьяма, то есть экстатической любви к Кришне, Шьяма раса Синду, никогда не поклоняясь пыли с лотосных стоп Шри Радхи, не принимая прибежища у Шри Вриндавана, где проходили ее игры, где сохранились следы ее лотосных стоп, никогда не служа преданным, чьи сердца преисполнены ее глубоких чувств? Это невозможно. Шрила Гурудев произнес одну катху, как-то раз...
Вриндаван создан из Шримати Радхики. Все там пропитано ей. И следы ее лотосных стоп просыпаны по всему Вриндавану. Почему преданные катаются в пыли, когда приходят в Вриндаван? Когда я был в Искон, мы шли на воды по парикраму. Это было давно-давно. И в одном месте нам сказали, Махараджи, да, а теперь катайтесь в пыли. Вот катайтесь в пыли. И мы стали кататься в пыли. Они сказали, это очень важно. Не думайте, что это грязь. Это не грязь, это не пыль. Давайте-ка все катайтесь в пыли. И мы стали кататься в пыли, понимаете? Это было очень хорошо, но, конечно, без соответствующей самбанда гьяна, как мы сейчас выясняем. Но так или иначе, мы накатались в пыли тогда вдоволь. Но вопрос, почему? Почему вайшнавы вот такого уровня, которые являются олицетворением вот этого стиха, почему они катаются в пыли? Да потому что Вриндаван, он испещрен, он полностью из, как это называется, из... переполнен этими отпечатками стоп Радхи. Вот почему Вриндаван имеет ценность. Потому что Вриндаван — это он Радхамой. То есть он полностью, полностью, полностью заполнен Радхой. Поэтому Нарадья Рада Падамбоджаренум. Те, кто не взяли на свою голову пыли с лотосных стоп Радхи во Вриндаване. То есть те, кто не катаются пыли в Вриндаване. Те, кто не поклонялись пыли со стоп Радхи. Не принимали прибежище у Вриндавана, где проходили ее игры, сохранились следы ее лотосных стоп, никогда не служили преданным, чьи сердца преисполнены ее глубоких чувств, никогда не могут погрузиться в океан экстатической любви. Понимаете, вот почему преданные разочаровываются и уходят. Потому что они не делают этого. Мы всегда очень просим преданных, пожалуйста, пожалуйста, хотя бы один раз в жизни во Вриндаван. Обязаны посетить каждый. О, сейчас кризис, сейчас билеты там в полтора раза или сколько дороже. Ой, сейчас там, ой-ой-ой, понимаете? Это ой-ой-ой имеет причину просто отсутствие самбандхи с Вриндаваном. Как нам развивать самбанду с Вриндаваном, если мы живем в квартире, да? Как я все шучу. Рада кунда тата кунджа кутира, вот моя прекрасная баджана квартира. Шутки шутками, но нужно сделать свою квартиру баджана квартирой, да, чтобы это не была, как это, спальный вагон СВ. Вот. А то как это, сел в оцепленный вагон и лег спать. А приехал он назад, приехал в Ленинград. Ох, какой рассеянный с улицы бассейнный. Шутки шутками, вот, но нужно сделать свой дом Вриндаваном по стопам Шри Рупы и Санатана. Вы знаете, Рупа и Санатана, они были в разлуке с Вриндаваном, они были в разлуке с Махапрабху. Они жили дома, что они делали? Они привели туда Гирирадж Говардан, они привели туда Рада Кунду Шьяма Кунду, они вырыли у себя во дворе два пруда. Когда жил в Бирмингеме, в Англии, Гор Говинда Годимат, они там тоже имели два пруда, вот это наша Рада Кунду Шьяма Кунду, и Говардан стоял. Ну, правда, такие немножко запущенные, то есть там к тому времени уже были, но... Что? Чё? Не отвлекай меня. В конце 90-х они вырыли. Вот. Поэтому Рупа и Санатана это делали, мы тоже должны это делать. Если, допустим, у нас нет божеств, что же? Неужели нельзя предложить Дупу и Дипу благовоние и лампаду изображению? Ну, это только картинка. Что? Атеизм. Как можно так думать? Что, Сева Кунджа алтарь это тоже картинка? Шьямарани Диди. Нет, это божества. Это полноценные божества. Почему бы нам утром не предложить дупу и дипу? Мы порой встаем в смертельную рань, чтобы поехать на работу ради денег. Правильно? В необычное время мы встаем. Обычно мы встаем позже, чем когда нам нужно ехать на дежурство. Правильно? Вопрос риторический. Почему не для Кришны? Почему в 5 часов я не могу встать для Кришны? Почему? Ну, этот Кришна, где он? Я его никогда не видел. Да? Начинается вот такое. Понимаете, работу я видел, там деньги платят. Понимаете? Я, конечно, утрирую. Но факт тот, что каково мышление? Ну. Поэтому тот, кто никогда вот этого не делал, не предавался Шримати Радхике, не создавал Вриндаван у себя дома, не посещал Святую Дхаму, не слушал катху вайшнавов, которые полностью погружены в настроение служения лотосным стопам Шримати Радхике, как тогда...
Кута шьяма синдо раса сьяван гамха гаха. Как тогда для такого человека станет возможным погрузиться в океан экстатической расы шьяма? Слушай, какая раса? У меня тут другая раса идет. Понимаете? У меня тут другие лилы идут свои. Понимаете? Нет у меня времени погружаться тут, во что вы говорите, понимаете? Вот что происходит. Поэтому все происходит от лени, от нежелания служить Кришне. Радхи, самое главное, радхи. Вот. Чувства радхики такие глубокие. Когда мы услышали, услышим из уст вайшнавов о том, каково ее настроение служения. Ее любовь настолько велика, что ей служит даже сам Кришна. Сам Кришна желает служить стопам Шримати Радхики. Вот что он делает в Севакунджа. Кришна становится Радхадасом. Каждый день он посещает берега Радхакунды и повторяет Радхамантру. Это Кришна, который Бхагаван, как там, Атмарам Аптакам, черпающий удовлетворение сам в себе все желания которого исполнены. Чего ради он падает к стопам Радхи? Чего ради он говорит «Смарагарана кандалам, смарширасимандалам, дейхи падапалавам ударам». Даже Джайдев Госвами не мог написать этих строк. Почему? Потому что Кришна говорит, пожалуйста, умерь жжение, яда, да, в моем сердце, поставив свои стопы мне на голову. Это Бхагаван говорит в своей изначальной шакти, сварупа шакти. Мы можем так понять с точки зрения татвы. Но на самом-то деле это кто? Это лучшее преданное. Махабхава сварупа ширада такурани. Сарвагунакани Кришна канта широмани. Говорит Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Это лучшее преданное Кришны. Она дает благословение всем преданным во всех расах. Бхакти Деви, правильно. Бхакти Деви. Вот. Поэтому как можно обрести бхакти, если не поклоняться Шримати Радхике? Все хотят служить. Но в особенности те, кто культивирует. Он на тот же Ларасамсу Бхакти Шриям, что Шрила Рупа Госвами дал. Это сокровенное настроение служанок. Служанки Шримати Радхики подобны этим почкам, манджари, значит, почки эти, бутончики на этой лиане. Лиана обвивает темное дерево тамал. Это Шримати Радхика. В тропических странах вы можете видеть много лиан. Они все обвивают эти деревья. Может быть, у вас тут тоже что-то растет в тайге, я не знаю. Вот. Но такие вот ползучие растения, которые становятся лианами, лианами. Очень-очень красиво, очень красиво. Но за счет чего? За счет вот этих вот бутончиков, листочков нежных, которые украшают эту гирлянду. Если бы не было этих бутончиков, лепесточков, как бы она была красива, это невозможно. Поэтому вот это вот настроение служанок Шримати Радхики, которые в точности повторяют ее чувство к Кришне на все, они все-все ощущают, да? Вот. Здесь прекрасная молитва Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, которая, собственно, пранама Шри Рупе Госвами, Рупе Манджари. Как служит Рупа Манджари? Шрила Рагхунатха Дас молится. Как-то раз Шьямарани Диде в очень трудные годы, 95-96, когда были гонения со стороны большой организации, да, она обратилась к Гурудеву. Гурудев сказала: «Я слушаю столько, как сказать, речей, исполненных гнева, обвинений в свой адрес. Как мне держать себя в руках? Как мне не поддаваться гневу самой?» Гурудев сказал: «Помни вот этот стих. Тамбуларпанападамарданапайо данабисара дибир вриндаранья махешварим приятая ястошаянти прия прана прешта сакикулада пикила санкочита бхумика кели бхуми шурупа манджари мукаста дасика самшрае». Это пранама Рупе Манджари. Как служит Рупа Манджари? «Я принимаю прибежище», — молится Рагхунатха Дас Госвами, «у служанок Шримати Радхики, главная среди которых Шри Рупа Манджари. В отличие от прана прешта саки, то есть лалиты вишаки, которые всегда хотят встречаться с Кришной самостоятельно, они готовы, эти манджари, без промедления совершить любое служение, причем самое сокровенное, кунджа-сева. Своим разнообразным служением они бесконечно удовлетворяют Шримати Радхику, с любовью предлагая ей тамбулу
то есть рехибетеля, растирая ей стопы, подавая ей воду, устраивая для нее встречи с Кришной. Так вот, эти юные девочки, 12-12 с половиной лет, они вхожи даже в те сокровенные кунджи, куда не вхожи Лалита и Вишака, Прианармасаки, самые дорогие подруги, значит, Прианармасаки. Вот. Здесь перечисляются виды гопи, есть 5 видов. Саки, Нитья Саки, Прана Саки, Прешта Саки, Парама Прешта. Так вот, Нитья Саки и Прана Саки относятся к категории манджари. Манджари, я вам напомню, эти вот бутончики, которые украшают лиану, бхакти, бхакти, деви, шимати, радику. Так вот, они вхожи даже в те лилы, куда не могут войти даже Лалита и Вишака, что говорить, мальчики-пастушки Кришны, они только издалека помогают. Вот. Рада Раса Суданитхи, прекрасное произведение Шилы Прабхадананда Сарасвати Пада, говорит следующее. Дурадапасья сваджанан сукамарта котим сарвешу садана варешу чирам нираша варшантамева сахаджадбута саукья дхармам шри радика чаранарена махам смарами. Желание наслаждаться отношениями с членами семьи и друзьями, стремление к 4 целям жизни, дхарме, артхи, каме и мокша. Помните 4 цели жизни? Дхарма – религиозность мирская, артха – экономическое развитие, ради чего? Каме – чувство наслаждения, мокша – освобождение, говорится, последняя уловка майя. Накопление бесчисленных богатств – все это служит источником анартх, нежелательных вещей, которые препятствуют нашему пути бхакти. Зная об этом, я отказываюсь от них, заявляет Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад. Я поклоняюсь пыли с лотосных стоп Шри Радхи, дающей истинное и бесконечное счастье. Я всегда держу эту пыль на своей голове. Здесь, а также в знаменитой Вриндавана Махимамрите, прославление Вриндавана Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад, вот так вот риторически сравнивает служение с лотосным стопам Шримати Радхики любому другому процессу. 4 целям жизни, чему угодно в 3 мирах, неважно чему. Ничто даже близко не подходит. Мы сами должны в этом убедиться. Но по милости Вайшнав. Перед тем, как я встретил Гурудева, у меня был долгий путь. Целых 11 лет я был без гуру и повторял Хари Кришна, читал Бхагаватам. Подними ты один раз, чтобы она... Вот. И поэтому мне было, собственно, с чем сравнивать. Вот. Я действительно убедился, что многие другие пути, помимо вайшнавизма, близко не подходят к сознанию Кришны. Просто близко. То есть даже запаха нет. Вот. Теперь, если мы возьмем служение лотосным стопам Шримати Радхики, что здесь говорит Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад, то другие методы вообще вот, духовности, да, дхарма, артха, кама, мокша. Да? Зачем люди ходят в мандиры или в церкви, что у них на уме, чего они хотят достичь, даже близко не подходит. Даже ветерка нет. Вот это вот настроение служения лотосным стопам Шримати Радхики. По милости Шри Гуру мы можем ощутить это, по милости Гуру мы можем войти в это настроение, он может вложить это в наше сердце. Так, со временем мы станем Радха Даси. Сперва нужно стать Гуру Дасом, это первое. Потом Махапрабху Дасом, Нитьянанда Дасом, Махапрабху Дасом, потом по милости Махапрабху Радха Даси. И мы поймем, что Шрила Гурудев тоже Радха Даси. Сейчас он и воплощение милости Господа Нитьянанды. Он, как Господь Баларам своим плугом срубает все неблагоприятное, очищает зеркало ума, очищает почву сердца, как это пашет, вспахивает эту почву. Вот и так мы становимся готовыми постигнуть более высокие истины уже о стопах Шримати Радхики, по милости Господа Нитьянанды. Мы в прошлый раз пели «Нитай Пада Камала», да? «Нитай Хинабай Рада Кришна Паэтанай». Без милости Господа Нитьянанды никогда. Не подойдешь даже к лотосным стопам Рады и Кришны. Просто таков путь. Вот почему Нитьянанда Прабху тогда назвал Рагхунатха Даса Госвами вором. Ты вор, ты хотел обрести стопы Махапрабху без моих стоп. Поэтому сперва мы приходим к Господу Нитьянанде. Рада Раса Суданит, еще один стих Прабхадананда Сарасвати Пад вопрошает. Ашас седасьям вришабану джаяс. Тире самадьясья ча бхануджая, кадану вриндавана кунджа виштхишв ахам нурадья титтир бхавеям.
«О Радха, о Вришабану Нандине, когда же я, храня в сердце надежду стать твоей служанкой, поселюсь на берегу Ямуны и стану гостем на дорожках, ведущих в Кунджу Вриндавана?» Сейчас мы приезжаем во Вриндаван, знаете, мы гости. Поэтому нужно хорошо себя вести. В гостях нужно хорошо себя вести. Но когда-нибудь, по милости Вриндавана Дхамы и Вриджабаси, а кто такие Вриджабаси подлинно, это слуги, служанки Шримати Радхики, в образе гуру сейчас, мы станем жителями Вриндавана. И Вриндаван тогда станет нашим домом. Один преданный молодой приехал во Вриндаван, американец, пробыл какое-то время в Севакунджа, пожил, где он жил, в Йогамайе. Вот. И вдруг, как-то даже раньше, на неделю или полторы, собрался обратно в Америку. Я спросил его, он уже практически убегал на чемоданах, сидел. Я спросил: «Слушай, ты так быстро уезжаешь, почему?» «Я еду домой». Я риторически спросил его, вопрос под ковыркой задал. «Но ведь это вот это вот твой дом?» Он сказал: «Увы, пока нет». Преданный сказал правду. Действительно, пока у него не было этого чувства. Почему? Потому что очень-очень высоко. Это очень высокое место. А мы порой отправляемся на прогулку в Севакундж, походить по кругу. Может, еще с какой-нибудь очаровательной спутницей. Знаете, как бывает. Да, бывало и такое. Мне самому пришлось отчитывать таких преданных. Почему? Потому что у нас нет понятия, насколько святы эти места. Поэтому прежде всего предаться Шри Гуру. Если он скажет: «Езжай во Вриндаван», тогда немедленно езжай во Вриндаван. И там не будь туристом, не будь независимым. Всегда быть в Анугатхе, всегда быть под руководством вайшнавов. Так вот. Да, разумеется. Так. Что же, какое же благо дает санкиртана или воспевание святого имени в настроении Рада Даси? Рада Раса Суданитхи говорит в следующем стихе: «Дьяянтам шики пича моли манишам, таннама санкиртаян, нитям тач чаранам буджам паричаран, тан мантра варьям джапан, шри радха пададасьям ева парама биштам хрида дхараян, кархисьям тадану грахена парамад бутану рагот савам». С величайшей надеждой в сердце однажды стать служанкой лотосных стоп Шри Радхи, я буду постоянно медитировать на Шри Кришну, чья голова украшена павлиньим пером. Я всегда буду повторять его имя, служить его лотосным стопам и произносить его самые лучшие мантры. Пусть же он когда-нибудь дарует мне свою милость, чтобы я обрел Анурагоцеву, великий праздник привязанности к Шри Радхи. Помните, еще одна молитва. Шьяма Сундара Шиканда Шекара Смирахаса Мурали Манохара Радикара Сикамам Крипанидесва Приячарана Кинкаринкуру. Ну, это вы знаете лучше. Спасибо Арати Диди, которая эту песню так пела и поет. Прекрасно вот Виталачарья. Виталачарья, да? Вот. То есть мы поклоняемся Кришне, мы должны знать, мы поклоняемся Кришне ради служения Радхи. То есть это настроение. Это настроение служанки Шримати Радхики. Служанки Шримати Радхики никогда не желают встречаться с Кришной наедине. Никогда. Даже если он начинает тянуть их в кунджу, они прячутся за Шримати Радхику, противятся ему. Вот Рада Раса Суданитхи в следующем стихе говорит: «Тасьяя пара расасара виласа муртир Ананда канда парамадбута саукья лакшмия, Брахмади дурлабхаготер вришабанужая, кайнкарьям эва мама джанмани джанмани сьят». Я молю о том, чтобы жизнь за жизнью оставаться служанкой дочери царя Вришабану. Она виласа мурти, олицетворение игр Шьяма Сундара, который является собой суть беспредельной расы. Она лакшми, наивысшее наслаждение Шри Кришны, труднодостижимое для Брахмы и остальных. Несколько стихов мы просто прочтем подряд, я думаю, потому что время немножко жмет. Вот. Рада Раса Суданитхи, следующий стих. Рада нама судара самраса ютум дживасту ме вивала паду тат падаканка тасу чаратам вриндата ви витишу
Таткарма и вакара кароту хридаям тасья падам дьяятам. Тан бхавотсавата парам бхаватуме тан пранана тхирати. Пусть мой язык постоянно с упоением наслаждается нектарной расой имени Радхи. Пусть мои стопы идут по дорогам Вриндавана, отмеченным прославленными следами Вришабану Нандини, дочери Вришабану Радхики. Пусть две мои руки совершают служение Свамине, моей повелительнице, а сердце созерцает ее нежные лотосные стопы. Пусть в моем сердце проявится всепоглощающая привязанность к Шри Шьяма Сундаре, Прананадхи, то есть сокровище сердца, Шримати, благодаря празднику ее экстатических настроений. Такова моя горячая молитва. Как-то раз преданный спросил Шрилу Гурудева что-то о Вилапаку Суманджале. Какой-то тонкий вопрос, но Гурудев сказал: знаешь, уже очень хорошо, что в этой жизни ты хотя бы слышишь имя Шрилы Рагхунатха Даса Госвами. Автор этих стихов, Шрила Прабхадананда Сарасвати, еще один прекрасный расика-поэт. Поэтому хотя бы то, что мы слушаем эти стихи, и мы молимся о том, чтобы наше сердце исполнилось упование на то, чтобы мы достигли настроения этих стихов. Это уже очень и очень много. Так вот, Вилапа Пусуманджали, Шрила Рагхунатха Даса Госвами, это вершина Гаудия Вайшнавской литературы. Вилапа Пусуманджали означает скорбное подношение цветов кусум. Шрила Рагхунатха Дас Госвами молится. Рагхунатха Дас Госвами, сидя на берегах Рада Кунды, проводя долгие годы своей жизни на берегах Рада Кунды, молится о том, чтобы обрести эту вечную севу. Деви дука кула сагар гаре, деви дука кула сагар ордаре, дуяманам ати дургатам джанам, твам крипа прабалат наука ядбутам, прапая свапада панка джалаям. О Деви, о Шри Радхика, беспомощный, я тону в океане горя. Пожалуйста, возьми меня в крепкую лодку своей милости и даруй прибежище своих лотосных стоп. Свамини означает владычица жизни. На сегодняшний момент наш гуру должен стать для нас с вами, нашим владыкой, нашим хозяином, властелином нашей жизни. Пока этого не произойдет, Радхика никогда не станет для нас с вами. Мы можем говорить «давай васми», но это будет что? Lip service. Служением губами. Попугайством, иначе говоря. Вот. Попугай тоже может повторять Хари Кришна. И очень даже красиво порой у преданных, которые, те попугаи, которые живут у них, начинают говорить. Но это не наш процесс. Наш процесс – это не подражание. Наш процесс – это следование. Это очень важно. Исключительная склонность к служению Шри Радхе показана в Вилапа Кусуманджали. Очень классический стих номер 16. Падабджайосто винаварадасьямейва Наньяткадапи самая кила девияча Сакьяяте мама намасту намасту нитям Дасьяяте мама расосту расосту сатьям. О Деви, у меня нет иного желания, как только обрести наивысшие из возможных достижений, стать рабом твоих лотосных стоп. Я отдаю поклон положению твоей сакхи, то есть подруги, такой как Лалита, Вишака и так далее. Но при этом остаюсь привязан к положению твоей служанки. Таков мой торжественный обет. Беря в руки четки первый раз, мы завязываем ленточку после 8 первых бусин. Эти 8 бусин символизируют Аштасаки, 8 основных гопи Кришны. Лалита, Вишака, Читра, Чампакалата, Рангадеви, Судеви, Индулека Тунгавидья. Они все являются Ютешвари, то есть предводительницами других гопи, поэтому у них есть склонность встретиться с Кришной, встречаться с Кришной наедине. Но это не наш процесс. Поэтому мы, идя по настроению этого стиха, отдаем поклоны почтительные на расстоянии, настроению Саки. Саки это мама намосту намосту нитям. Дасьяяте мама расосту расосту саттям. То есть мы молимся настроению Манджари на самом деле, чтобы обрести его. Но настроение гопи, такой как Лалита Вишака, которая, как это, Парамапрешта Сакхи, очень дорогая-дорогая подруга в настроении Юдхешвари, то есть предводительницы группы гопи, и желает
встречаться с Кришной, да, самбхога и чамай. Вот. Кама-нуга – это настроение гопи. Разделяется на две части. Самбхога и чамай и тат-тат-бхава и чамай. Самбхога и чамай – это настроение лалиты, вишаки и других ютешвари. Они хотят встречаться с Кришной. Ради собственного, так сказать, они хотят с ним наслаждения. Но мы хотим лишь настроение, лишь наслаждение Шримати Радики. Поэтому тат-тат-бхава означает, идя по пути той бхавы, которую мы хотим ощутить. А мы хотим ощутить только Радха-бхаву, то есть настроение Шримати Радики при встрече с Кришной. Я говорю смело, почти все вы получили дикшу. Многие получили Харинаму или Харинаму плюс Гопала мантру, поэтому мы должны знать вот эту градацию гопи тоже. Вы можете почитать Бхаджанарахасю самостоятельно потом. Также введение в Венугиту, там есть классификация гопи. И именно настроение каких гопи мы должны перенимать, идти вслед за ними. Вот это Шримати Радика, которую также зовут Гопика, она лучшая среди гопи. Она самая дорогая, возлюбленная Кришна. Искренняя молитва Рада Дасия можно найти в Става Мали Шрилы Рупа Госвами, также знаменитая молитва. Вы слышали ее в исполнении Кишори Судеви и других. Ха деви како барагадгадая дьявача, ячени патья бувидандава дурбатарти, асья прасадама будасья джанасья критва, Гандарвикени джагани гананам видеи. О, Деви Гандарвика, я тяжело страдаю в разлуке с тобой. В полном отчаянии я падаю ничком на землю и с дрожью в голосе смиренно молю тебя явить милость этому глупцу и принять его в круг своих близких служанок. Так вот, настроение гопи называется самартха рати. Это высшее проявление рати, согласно градации, раз. Самартха означает способный, подходящий, полный. Поэтому самартха рати означает тот, кто может повелевать Кришной. Кто в трех мирах может повелевать Кришной? Мы знаем, мама Ишода может повелевать, да. Но еще возвышение гопи Вриндавана. Потому что Кришна известен не только как Яшода Дамодар, он известен как Радха Дамодар. Почему? Потому что это Кришна, которого связывает Радха своей любовью, поэтому мы ходим в Радха Дамодар в месяц Дамодар. Мы медитируем на Радха Дамодар. Анга шьямали матат четурбиру витал нанди критен диварам чиддям джагударочи шамбидадатам паттамбарасья шрия вриндаране нивасинам ридила саддама бирамодарам Радха сканданни веши тоджвала буджам дьяем дамодарам. Я медитирую на Радха Дамодара в этом стихе. Пранама Радха Дамодара. Да, правильно сказал Бхактидас Прабу. То есть они говорят Кришна. Это называется Мадуснеха. Чандравали и гопи противоположной группы. Они говорят, я принадлежу Кришне. Это Гритаснеха. От слова ги. Ги вообще говорят топленое масло, сладковатое. Вот. Но если питаться только ги, это не настоящая сладость. Ги можно только использовать в изготовлении других сладостей. Но мадху или мед обладает самостоятельной сладостью, естественной, природной самостоятельной сладостью, поэтому мед он самодостаточен. Мед – это первооснова, например, ингредиентов для чаранамриты, разных других нектаров, нектароподобных сладостей. Вот, поэтому мадуснеха – это подлинная сладость. И гопи – настроение Шримати Радики. Они говорят, Кришна наш, он наша собственность. Поэтому Кришна – это собственность Шримати Радики и ее манджари. Вот что. Вот. И несколько заключительных стихов. Молитва служения Рады, которая полностью очаровала Кришну, дается в Рада Суда, Рада Раса Суда Нидхи, опять-таки Шрила Прабхадананда Сарасвати. Когда мы будем слушать завершающий стих этой ямы, в котором описываются лилы послеобеденные, когда
Рада и Кришна возвращаются по своим домам. Когда Кришна вновь увидит Радху, он думает вот таким образом, как говорится в этом стихе, в Радарасу Данитхи. Венум каранни патитам скалитам шикандам, браштам чапита васанам враджа раджа суна, ясья катакша шарагхата вимурчитасья, там радикам паричарами кадарасена. Когда же я буду совершать исполненное расы служение Шри Радхи, чей искоса брошенный взгляд стрелой пронзает Кришну, и он теряет сознание, флейта падает у него из рук, павлинье перо слетает с головы, а желтая одежда соскальзывает с тела. Где это видано, чтобы Кришна был в таком состоянии? Перед своей драгоценной возлюбленной. Только тогда, не иначе, никогда. Никогда больше, ни в трех мирах, что говорить в трех мирах, ни в какой другой ситуации, в любой другой точке духовного мира, в любой другой расе, с любыми другими преданными. Даже если взять всех гопи, такого не происходит с Кришной. То, что с Кришной происходит, когда он видит ее. Каждый раз, когда Кришна видит Раду, он чувствует это. У него выскальзывает питамбара. Флейта выпадает из рук. Его переполняет дрожь. Его одолевает дрожь. Мне вспоминается одна лила, которая произошла в месте под названием Пандирват. Помните, может быть, место, где Шрила Гурудев обустроил платформу, там, где растет вот этот бандир, этот дерево баньян. Вот там, где колодец Венукупа, там, где второй Вамшиват, где Кришна заиграл на флейте, в этом месте. Также произошла следующая лила. Радха и Кришна являли там состязание в борьбе. Мальчики-пастушки поддерживали Кришну, подзадоривали его и оделся в одежды борца. Вот, и он уже засучил рукава, себя немножко так по бокам подхлопывал. Мальчики-пастушки ему там что-то подносили, такое поддерживающее, там что-то, может быть, понюхать, что-то попробовать, что-то там. Да ну, давай, там. Я уверен, на него натерли тоже маслом, еще что-то сделали. Вот. И гопи, соответственно, готовили Радику. И как только Рада вышла в таком борцовском обимане, как только Кришна почувствовал даже запах ее тела, доносящегося с ее стороны, он тут же задрожал. И тут же вот это вот стало тоже происходить. Просто он не выдержал, он упал. Все. Это был нокаут до начала поединка. Вот так. Шимати Рада Такурани Ки Джай. Что еще можно сказать? Вот. Здесь такие нектарные комментарии. Боже, целую неделю можно об этом говорить. Я, конечно, очень не квалифицирован, но тем не менее, все же, что-то происходит, как-то Гурудев вдохновляет. Вот, два стиха нам осталось прочесть сегодня. Шримад Бхагаватам описывается настроение садака, привязанного к Рада Даси. А как же он выглядит и как он практикует? Твоя подбхукта срак гандава со ланкара чарчита учишта бходжино дасастава майам джаемахи. Уддава говорит Кришне в 11-й песне о Прабу: мы украшаем себя гирляндами, сандаловой пастой, одеждами и драгоценностями, которые ты носил. Поскольку мы твои слуги, которые вкушают остатки твоей пищи, несомненно, мы преодолеем влияние твоей иллюзорной энергии майи. Поэтому, о Прабу, мы не боимся твоей майи, мы боимся только разлучиться с тобой. Это говорит Уддава, лучший спутник Кришны, лучший его друг в Двараке. Вот. И Кришна ему дает наставление в 11-й песне, Уддава Гита называется, очень-очень важно. Уддава хотел уйти вместе с Кришной в духовный мир, но Кришна не разрешил ему. Он сказал: оставайся здесь на земле, ты будешь давать наставление человечеству. Поэтому Уддаве пришлось остаться, но перед этим Кришна дал ему наставление, Уддава Гиту. Да. Уддава Гита – это как Бхагавад Гита, только вглубь. Бхагавад Гита, когда-нибудь мы ее прочтем, может быть, в один из последующих лет. Уддава Гита. Очень глубокое повествование. Там очень много сиддханты. Вот. Говорится, 11-ю, то есть 10-ю песню невозможно понять без 11-й. 11-ю обязательно нужно знать. Сейчас она появляется по-русски том за томом.
Пожалуйста, читайте. Вот, то есть здесь метод принятия просада объясняется здесь. Без просада от Господа как мы можем продвигаться? Поэтому сейчас, как садаки, мы принимаем просад с алтаря, мы в настроении служения пытаемся его принимать, то есть это настроение служения просаду, да, то есть просада сева называется. Не просто ням-ням, вкуснятина, нет, никогда. Мы думаем, о, это адхарамрита. Понимаете, адхарамрита? Нектар с уст Кришны. Адхарамрита. Просад не что иное, как адхарамрита. Поэтому мы носим что-то от божеств, например. Нам кто-то дал цветочек, мы можем положить за ухо. Кто-то помазал нам руку ароматическим маслом. Мы долго ходим и нюхаем. Сьяги вот это вот мы получаем. Тоже махапрасад, гирлянды и так далее, и так далее. Все это остатки Господа. Вот, поэтому Бриджабаси, они очень-очень любят Кришну, и также они что-то принимают после него, но, конечно же, в Раджа-гопи. Вот, Радика сразу же принимает этот прасад от Кришны. И Уддава, хотя он Навадвипа, простите, Господи, Дваракаваси, он тоже говорит об этом принципе. Так вот, в Говинда-лиламрите описываются после полуденной игры. Шри Радхам Прапагейхам Ниджа Рамана Крити Клипта Нано Пахарам Суснатам Раме Вешам Приямука Камала Лока Пурна Прамодам Шри Кришнам Чапара Гне Враджам Анучалитам Дхену Вриндар Ваясьяй Шри Радха Лока Триптам Питримука Малитам Матри Смриштам Смарами. Днем, после Мадьяна Лилы, то есть после полдневных развлечений, Шри Рада идет домой, совершает омовение, надевает одежды и украшения. По просьбе Яшо-мати, мама Кришны Яшоды, она готовит различные кушания. Помните, у Радхики благословение от Дурвасы Муни, чтобы она приготовила, слаще нектара будет. Поэтому Яшода пригласила Радхику каждый день готовить для Кришны. И она после полдневных игр возвращается домой и продолжает готовить новое подношение, которое потом Кундалата, по-моему, приносит, которую Кришна принимает, когда возвращается с пастбищ. Так вот, когда он возвращается из леса во Врадж вместе со своими коровами и сакками, она получает его даршан. Видя его лотосное лицо, она преисполняется радости. То есть она думает, о, кто этот юноша? Я никогда его раньше не видела. Вечно новое, вечно свежее. Это черты даршана, которые получает Радха, и Кришна также. Кто эта девушка? Я никогда раньше ее не видел. Шри Кришна также получает полное удовлетворение, получив ее даршан. Встретившись с Шри Нандой и другими старшими гопами, он совершает омовение и одевается с помощью старших гопи. Так я медитирую на Шри Раду Кришну. Так вот, Рада и Кришна совершали очень большое многообразие игр в полдневном цикле Мадьяна Лила. Там были и Мадупан, распивание хмельных напитков, и Джала Крида, и игры в воде, и игры в шахматы, и многое-многое другое. Вот сейчас этому временно наступает перерыв. И собственными руками свамини, то есть Шримати Радика, не может накормить свою приятому, своего возлюбленного в доме Нанды. Вот. Но когда она встречается с ним в полдень, это желание исполняется, поэтому она кормит его своими руками во время полдневных лил. Вот. Затем, после Мадьяна Лилы, Радика и все ее подруги возвращаются в Явад, где она живет в доме своих свекрови и заловки, и так называемого мужа. Шьяма Сундара уходит в лес. Дальше свамини Шримати Радика выполняет много разных обязанностей по хозяйству, но думает лишь о Кришне, о том, как бы встретиться с ним. И затем Кришна возвращается, и саки, его друзья играют на рожках и других инструментах, все это заполняет пространство таким большим шумом. Вот. И они возвращаются с пастбищ, и Бриджабаси смотрит на эти клубы пыли, которые вздымают стопы копыта коров, и так все небеса заполняются облаками пыли. Вот.
Так Бриджабаси выходит Кришне навстречу. Они подобны птицам чатака, которые истосковались по свежей дождевой воде, подобно чатакам, которые, разинув клювы, смотрят на небо в большом ожидании. Так все Бриджабаси встречают Кришну, который вместе с мальчиками-пастушками возвращается из пастбищ. Но Радха, она выглядывает через мелкую решетку своих окон в Явате и видит, как Кришна возвращается. Вот. И Кришна тоже очень-очень хочет ее увидеть, но обычно это удается. То есть что-нибудь он ее попросит по дороге, и удается. И каждый раз это вот, каждый раз вот его начинает трясти, как мы. Венум кванам непатитам скалитам шикандам, как мы слышали в этом стихе. Словно ворон похищает ее сердце. Вот. Но здесь говорит Гурудев, моя с вами не тоже ничего не теряет, потому что она тоже крадет его сердце. Так садака воспевает. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. И наблюдает в своей медитации то, как Радика и Кришна крадут сердца друг друга. Шри Баджана Рахасия Ки Джай, Сачидананда Шила Бхактивино Такур Ки Джай, Парамарадитам Гурупада Падма Ки Джай, Самагата Гору Бхакта Вринда Ки Джай, Нитай Гор Примананде. Я очень рад, что вы с таким вниманием слушали. Спасибо. Это очень воодушевляет. Если есть какие-то вопросы, у нас есть еще несколько минут. У Инду Кришны есть вопрос. Оу, наш Инду. Какой у тебя вопрос? Микрофончик дайте. Мальчику микрофон. Ага. Это мудра. Понимаешь, мудра? То есть это жест руки, которые способствуют привлечению внимания. Кроме того, это мистический жест. Вот. Вот так мы держим, или вот так тоже можно держать. Тут зависит от разных вайшнавов, они дают разные предписания. Наш Гурудев, Шрила Прабхупада Бхактивиданта Свами Махарадж, вот этот показывал. Например, другие, я знаю, в других матхах вот так показывают. Там наш Пуджапад Мадхусудан Махарадж тоже вот так показывает. Но зависит. Очень странно, еще раз хочу сказать, что вот в первой яме мы читали, вот, когда описываются правила повторения в первой яме, говорится, что вот это вот мудра с третьим пальцем используется людьми, которые хотят каких-то материальных желаний, но я не знаю, то есть нам Гурудев дал, и вот мне как-то трудно это немножко уладить. Вот. Ну вот так вот можно, и вот так вот можно. То есть в двух словах я хочу тебе ответить, что так твое повторение будет очень концентрированным, как сказать, сосредоточенным, целенаправленным. Таково предписание нашей гуру Парампары мы принимаем. Понимаешь? Наших гуру. Такое предписание. Окей, еще вопросы, пожалуйста. Бхакта Дас. Ага, значит, я, во-первых, не совсем согласен с формулировкой, которая просит, что на каждом уровне свой гуру. Человек может быть коништа-коништа, и у него может быть гуру Махабхагават. Естественно, если кто-то приходит, вот, он, как правило, коништа-коништа, то есть начинающий среди начинающих. Вот, но очень быстро прогрессирует. Говорится, если у тебя Махабхагавата гуру, то очень быстро ты в следующей жизни буквально родишься во Вриндаване, спокойно совершенно. Я слышал такое. Что практически даже автоматом, я не боюсь сказать. То есть если ты служишь, ну как, с верой в гуру служишь, там, выполняешь его наставления, стараешься, одну секунду, вот, то ты рождаешься в Вриндаване быстро, в хорошей семье вайшнавов. Нитьянанда Дас, слуга Господа Нитьянанды, очень точнее, Нитьянанда Сваруп, вот это.
Гаурадас, слуга Господа Чайтани, но слуга Господа Чайтани, главное, кто такой, Нитьянанда Прабху, конечно. Вот, и да, не направляй в сторону этого, вот он гудит. Не направляй. Вот, выключи его все. Вот, поэтому сперва мы смотрим на нашего Гурудева как на Господа Нитьянанду, олицетворенного. А затем уже, как он служит Шри Чайтани Махапрабху, думаем. Затем Рададаси, это уже очень высокий уровень. Никунджи ратикали сиди или биру ктира пекшин. Да, конечно, конечно. Но вот осознание, оно явно приходит не сразу. Окей, еще вопросы, пожалуйста. Протяните, ты начинай говорить, в принципе, тебя слышат. Ага. Нажми вот этот самый. Если... Наоборот, вверх. Да, да, да. В общем, получается, что если у нас возникает какая-то стойкая негативная по отношению к какому-то преданному, то значит, что мы совершили ошибку. Все вопросы о том же самом, почему-то. Да. Ага. Хорошо. Вот этого настроения, когда совершается оскорбление, это Шрила Горгавинда Махараджа писал в одной из своих книг, я не помню в какой. Вот, но он сказал, что если оскорбление совершено, означает, такой человек падает в том смысле, что он исполняется, да, вот как ты сказала, негативными эмоциями, то есть он начинает ненавидеть этого человека. Вот это очень плохо, это очень разрушительно. Это очень разрушительно. Так, так человек опускается ниже, да, это нужно тут же останавливать. То есть мы должны быть наблюдательны за своим баджаном. Если у нас появляется проблема, должны проанализировать, какую ошибку мы совершили. Кого мы оскорбляли, критиковали, что-то. Вот. Поэтому вот ответ на вопрос, а что, если нет никакого вкуса? Значит, смотри, что ты говорил, о ком, и с кем, и когда, и кому. Вот. Поэтому этот язык, он любит говорить. Вот. Но праджалпа... Формулировку праджалпа дает Шрила Бхактивинод Такур в книге Бхакти Алока, Заря Бхакти. Он говорит, праджалпа это означает, то есть пустые разговоры, говорить о других без надобности. Просто говорить, вот как в ток-шоу, да, вот они говорят, что-то сплетничают, без надобности, без никакого толка. То, что мы говорим, должно быть доброжелательно, правдиво и полезно. Если этих трех вещей нет, то... В итоге что? Праджалпа, пустые разговоры. Из пустого в порожнее, так мы не поднимаемся над намо-аппаратой, к сожалению. Теперь насчет второго вопроса, Триведи Шваридиди. Второй вопрос звучал так, что до уровня асакти, если полностью не побеждено, не трансформировано, вот куда оно вливается? На уровне аништита баджана крия, то есть на уровнях предшествующих стойкой вере, оно никуда не выливается, оно остается, и оно подавляется усилиями в садане. По милости гуру, анартха невритти будет преодолено быстро. Если же преданный достиг ништхи, то вожделения, скажем так, практически нет. Вот, какие-то теневые вещи остаются. Вот, то есть оно, считай, подавлено, но иногда может как-то давать о себе знать, но это уже не... имеет большого эффекта. Вот и дальше асакти уже это уже все к Кришне. Уже он не замечает там эту девушку, это уже деревяшка, девушка, все равно. Ну да, то есть
все шесть врагов кама-крода-лоба, все это. То есть накопительство, там, стяжательство, там, все вот эти вот желания славы, положения, почесть, все, все эти вещи. Значит, в Мана Шикши Шила Рагунат Дас Госвами говорит о том, что даже преодолев самые как, грубые анардхи, желание славы и почести преследует меня. Пратишташа дришташва пачарамани мегридинат. Вот это вот не так просто преодолеть на протяжении долгого времени на уровнях предшествующих, скажем так. Бхаве, да, это проявляется все еще до какой-то степени. Хорошо, еще кто-то хотел? Винай пробовал. Ну хорошо, сказали, что во Вриндаване нельзя быть туристом, нужно постоянно ходить в Саламу Гати. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что есть в Саламу Гати и как Анугатья. Оно имеет общие черты со словом санга. То есть оно, в принципе, исходит из слова санга. Слово санга расшифровывается как самьяк рупена анугаман. Санга. Самьяк рупена значит полностью. Анугаман значит следовать. Это называется санга. То есть вот комар, например, он этого не делает. Он просто хочет пить кровь саду. Турист с фотоаппаратом, он набирает какие-то сукричукасы, как их нежно называют, по-литовски. Вот. Но так или иначе, я сам помню, как я был фотографом постоянно. Я был учеником, но я постоянно фотоаппарат не выдерживал, из рук не выпускал. То есть это вот этот уровень фотографа, наверное, это ну, какой-то один из обязательных уровней, я бы сказал. То есть без фотоаппарата просто ничего не будет на первых этапах. Нужны какие-то, то есть то же самое, там черные ящички, там преданные, там не могут повторять Хари Кришна, если в это время Гурудев не повторяет, и Прабхупад не повторяет, они черные ящички включают, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, преданные тоже Хари Кришна, 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 Прабхупад повторяет, я повторяю, Гурудев повторяет, я повторяю, я чик-чик, Гурудев, хорошо, вот, у меня на Фейсбуке, вот, ну, это помогает, вот, но факт тот, что это такой, как сказать, духовный туризм. Вот. Но полный туризм, это означает, ты просто как, без духовной цели. Вот. Это два вида. Вот. В первом случае, когда это духовный туризм, это хорошо для начала. То есть чикай своим фотоаппаратом, там, слушай, что какие-то электронные носители, все поддерживают твой баджан. Потом ты поймешь, что такое Гурудев говорил, что black box will cheat you, что черный ящик тебя обманет. Потом ты поймешь, что в средние века этого всего не существовало. Наверное, они, бедняги, были такие неразвитые в то время. У них не было этих наших электронных прибамбасов. Вот. Вот. А на самом деле это внимание, оно уходит в эти электронные прибамбасы. Понимаете? Чтобы не быть туристом, нужно понять, что нельзя постоянно быть в этом внешнем. Вот. Потому что это все отнимает энергию. Все просто отнимает энергию. Вот. Поэтому преданные, вместо того, чтобы читать, они смотрят видики разные, про самих же себя. Ой, как здорово мы там, Хари Кришна, Хари Рама, там. Ну ладно, окей. Но не так фатально и не так только об этом, понимаете? То есть нужно же, ну как, соразмеренно поступать. Обязательно читать. Если есть время, не смотри фотки, видики, бери книгу. Более продвинутый преданный всегда делает это. То есть, ну, конечно, лекция там и так далее, сиддханту. Изучать сиддханту и постигать то, что говорят вайшнавы. Я немножко, может быть, там прошелся по тому, что нравится очень многим. Вот, но это правда. Поэтому Гурудев говорил, black box will cheat you. Ты черный ящик обманет. Просто. Я вам расскажу один даршан, про один даршан. В 99-м году, в конце Раджамандала Парикрама, это была моя первая парикрама, я только получил харинаму у Гурудева, Парджанья Дас, меня звали. Гурудев был в Матхуре после парикрама, и мы приехали на даршаны. Был большой даршан, по-моему, первый или второй день после картики. И Гурудев сидит на третьем этаже, неподалеку от своей комнаты, на этой полукрыше. И огромная гурьба Бриджабаси пришла, и
принесла там много подарков, там и детей несут на благословение, у Гурудева такая вот стопка купюр, они кладут 100 рупий, 500 рупий, кто-то кладет там. Вот. И преданные задают вопросы. Одновременно западные преданные задают философские вопросы. И Гурудев как бы он мультиинструменталист. То есть он и на философские вопросы отвечает, и какие-то шутки дает, и благословение дает этим бриджабаси, которые особо не за философией пришли, они пришли так, про жизнь поговорить, вот как там твоя семья, как там у тебя то, сё, там друзья, старые друзья, гуру, матха и так далее. Все его ученики тоже. И они вот так вот его, как сказать, осаждают со всех сторон. Одновременно Гурудев отвечает на серьезные вопросы преданных. Так вот, одна преданная держит диктофон с одной стороны, кассетный еще, а другая преданная держит диктофон с другой стороны. Вот так. И Гурудев так один диктофон так гам, выхватывает себе подмышку с одной стороны. Другая преданная говорит, то есть записывает. Вот. И Гурудев так хватит, с другой стороны выхватывает себе под вторую мышку. Так. И дальше. То есть. И вот так он эти два диктофона черных ящика конфисковал у них. И говорит дальше. Да. Один, по-моему, он сразу отдал, или не знаю, может, отдал, не отдал. А со вторым он вот так идет, его держит вот так вот. Что? Black Box. Вот так. И преданные идут. И он какой-то серьезный философский момент вот так вот раскрывает и иллюстрирует это раскрытие вот этим жестом этого диктофона. Так вот. Да, 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 да. И в конце на, держи свой черный ящик. На. Вот так вот. Тогда же на том же даршане Гурудев проходит сквозь толпу и мне говорит, who are you? I'm Парджанья Дас. You taken initiation from me? Yes, Гурудев. Very good. Вот это была моя первая самбанда, в принципе. И на следующий день я пошел и получил наставление во Вриндаване. Или до этого, я не помню, что было сперва. По-моему, дал наставление. Гурудев, он... На вопрос одной преданной, почему вы так часто забываете наши имена? Гурудев, я приезжаю на каждый фестиваль, и вы каждый раз спрашиваете, как меня зовут. И Гурудев ответил, знаешь, я часто забываю, как меня самого зовут. Это медитация Шрила Гурудева. Вот так. Шрила Гурудева Киджай, я должен извиниться, потому что наше время действительно уже довольно позднее, я имею в виду. У нас еще есть время, но мы сейчас проведем арати. Как говорят хорошие радиостанции, оставайтесь с нами. Харе Кришна. Мы встретимся снова в субботу и воскресенье.